Мародеров короче, алкоголики, которые мародерят, почем зря просто? Правильно. А, ну... мама, которая, с которой мы только что разговаривали, я знаю, что вы сейчас смотрите это видео. Я знаю, что вам сейчас неприятно от того, что вы увидели, услышали, но э... на Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом. Вы поддерживаете спецоперацию? Да, запомните, вот посмотрите, вы взгляд не отводите. вот в лучшем случае вы его увидите в 50, когда ему будет. Сейчас ему 35. Это если ему э, не дадут пожизненное. Реди, мотор. Uh -huh. Вы понимаете, что у вас добровольное общение? Да. Реально добровольное. Uh -huh. Хорошо. Можете добровольно. не говорить. Я понял. Если я не, не хочу отвечать на вопрос, я не отвечаю. Нет, много не так. Ага. Если вы хотите говорить, то давайте говорить. Угу. Если вы не хотите говорить, в том числе звонить домой и так далее, идите там, занимайтесь важными делами. Я понял. Говорим Я или понял. не говорим? Говорим. Это ваше право. Я понял. Тогда представьтесь полностью, как зовут вас. А, меня зовут Рябцев Дмитрий Николаевич. Дата рождения. 19 октября 1987 -го года. Где родились? В городе Кисловодске. Ставропольский край. Где проживали? В Волчевске и ну, иногда в Кисловск приезжал, в основном в Волчевске жил. Насколько я понимаю, вы воевали в батальоне «Призрак»? Я чуть-чуть там воевал в 2015 году. Вот. Расскажите весь свой боевой путь, так, чтобы было проще. А в, 15... как? в конце 2014 -го года, буквально там 30 или 29 э, декабря, я приехал сюда, в Луганск. Не сюда, в Луганск приехал. До этого жили в России. До, да, до этого все время жил в России. Что вас сюда потянуло? Меня потянула идея. Вот, сейчас вот выясняется, что не все так, там и гладко было с этой идеей. Но меня потянула идея настоящего государства, честного, которое не Украина, не Россия, а именно ну, людского государства, человеческого государства. Вот, идея именно вот та, которая звучала от мозгового. А вы видели? так называемые референдумы в ЛНР. нет я ЛНР. в них не участвовал у меня не было а, если момент. это людское государство строилось на чисто людском государстве как вы говорите что там да. делали российские флаги повсюду ну близкие то есть вот мне идея мозгового нравилась в том что это и не украина и не россия и мы просто живем по-человечески да со всеми вот вот что мне нравилось а вы не задумывались а? что это часть Украины, Луганская область – это часть Украины. Задумался. Вам было безразлично? А, я, понимаете, в четырнадцатом году не мог приехать, да, в самом начале, там, ну, летом, вот так. Угу. Я встречался там, работа, все мои дела были какие-то. Угу. Я встречался с беженцами, вот в Питере, которые жили. Ну и они очень жаловались, да, говорили: вот Украина, вот не так, вот не так. Что то". не так? Стреляют, бомбят дети боятся вот это в Питере было да. в этот момент там какой-то форум был военный не uh -huh. только военный uh -huh. ну и дети боялись вот э, самолетов прятался от самолетов а вот ну понимаешь что это война ну детей жалко в общем детей жалко. особенно детей жалко uh -huh. да я прошу прощения а у вас была связь от момента попадания в плен нет не было то есть там не знаю возможно не знаю да скорее всего uh -huh. а да. uh -huh. А общались ли вы с российскими военными, которые в то время зашли в Луганск? Вот, 14-15 год? Да. Как-то я не пересекался, не знаю, все в форме бегать просто вот. Тут просто -то, поискать, -то бы, поискать бы причины и следствия. А. То есть то, что там началась война на этой территории, и то, что страдали мирные жители, У -у -у. этого никто не отрицает. Но из вашего рассказа создается такое впечатление. Будто бы Украина решила, что нужно побомбить несчастных детей, и, собственно, так и поступила. Вы так думаете? Нет. А как было на самом деле? Сейчас, скорее, знаете, вот на тот момент вот такие ощущения. Мне ребенка жалко, да. Я очень не хочу, чтобы никакие, никакие дети, ни, никакие дети не знали войны, не страдали из-за этого. Да, вот это мое личное, вот, вот такое вот ощущение, да. И вот это больше всего меня на тот момент вот гложило, скажем так. Потому что семьи приезжали по три, по пять детей вообще было. Люди просто я на тот момент в Санкт-Петербурге жил. Людям просто квартиры сразу большие отдавали живить. Uh -huh. там не очень с ремонтом было, но не важно, важно, что вот так было. Вот. И оттуда же приезжали дети и семьи в Украину точно так же. Селились и жили. Знаете об этом? Да, вполне, вполне возможно. Ну, я не, не был свидетелем, да, я сви... ну, только свидетельствовал, что вижу. Из, да. из тех регионов mm -hmm. выехали миллионы людей после того, как началась война. Но почему она началась? Mm -hmm. Почему? Да, мне кажется, что вот, ну, к, наверное, Майдан, да, такой переломный путь стал, да. И вот половина страны, ну, не половина, часть, давайте вот так вот правильно mm -hmm. говорить, часть суда, часть сюда захотела, mm -hmm. а вот, часть согласилась, часть не согласилась часть просто вот подписали, что вы вот здесь живете, поэтому вы вот вот так вот будете, ну вот так. Лично мое мнение такое. А как вы думаете, Россия каким-то образом влияла на решение этих людей подписаться? Влияла, наверное, больше всего повлиял Крым. Да. Да, почему? Потому что я увидел, что, ну, к примеру, mm -hmm. да, если б я был там у mm -hmm. я захотел там в Россию. О, с Крымом вот так получилось, давайте и мы подтянемся, и тоже в Крым, ну как и Крым присоединимся. Прошу прощения, перебью. Отправьте голосовое сообщение, чтобы, э, ну номер а потому что она сказала, что в разводе. А, привет, Тань, это Дима. Мне нужен номер моей мамы, очень срочно, потому что, ну, короче... Их... Время ограничено. Время ограничено, только ты сможешь мне помочь. Спасибо. Так, 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 так. А с Крымом что произошло, раз уж мы заканчиваем? Ну, я так понимаю, референдум там был. Угу. А вот. Просто исторический, ну, я историю неплохо знаю, исторический Крым всегда с Россией был. Ну, политики, ну, мне, наверное, вот, знаете, так сказать, это вот советская история, когда из одного куска России в другой кусок России, ну, Советского Союза, да, переделывали, переделывали, потом, когда это разошлось, ну разошелся Советский Союз начались какие-то недопонимания это очень много где было та же самая Югославия да там тоже хорватов к Югославии присоединили которые друг с другом ну Сербы и хорваты между собой не могут дружить да вот так вот ну просто вот а на тот момент их взяли из, ну, во времена Советского Союза их объединили то есть ну вот вот такая история то есть Yeah. делалось вроде как навсегда, но не навсегда получилось. Вот, поэтому мне кажется, ну это такие проблемы, которые у нас будут всегда, uh -huh. их надо вот ну, исторически вот эти, да их надо было как-то по почему распался Советский Союз? Почему? Uh -huh. Ну у каждого свой интерес был, меня так я так увидел. Uh -huh. Я слишком маленький был, мне там два с половиной года было где-то так. Uh -huh. вот. Но если бы у каждого был свой интерес, э, получается у Украины свой интерес, Крым с Украиной, да. Угу. А тут теперь получается у России свой интерес, да. Она имеет право заходить с оружием в Крым. Наверное, нет. Наверное, вы знаете, просто вот как бы правильно так сказать: вот этот договор о том, что Крым, ну то есть, вот при раз, э, расходе да, Советского Союза, да, да разводе, да. давайте вот да. так да. правильно называть, да. Назвать, да? Надо было вопрос с Крымом по-другому решать, да, то есть не потому, что его надо, ну, то есть... <как> Значит, он, я, вам, да. я вам объясню по-другому чуть-чуть. Угу. Был Советский Союз. Руководство Советского Союза, ну, столица Москва была, да? Ну, да. Я объясню просто на рабочем крестьянском угу. Там вот, вот, если вы такой вот верите в Советский Союз, да, что это было хорошо и все такое, просрали этот Советский Союз. Угу. Просто просрали. Если бы этот Советский Союз нужен был, если бы Россия в тот момент была нужна Америке, ну вы же скорее всего думаете, да, что Америка хотела тоже все время России чинить какие-то, э, вставляет палки в колеса, как-то хочешь что-то захватить или нет? Америка монопольное государство и она всегда хочет всех, всегда на, на, всех, на всех заработать, да, вот я так да, скажу. Да. Вот заработать может быть. Это, вообще-то, право каждого государства хотеть заработать или не заработать. Но э, если вот вы э, из секты верующих в то, что Америка хочет захватить Россию, то скажите мне, почему в момент распада Советского Союза, когда все было разломано и разбито, Америка не пришла и Россию не захватила? Даже не попыталась отобрать ну, ни часть территории вообще ничего. Ну, я не из той секты, ну да. Я, я думаю, что ядерное оружие осталось, оно таким большим сдерживателем является, чтобы тронуть Россию как-то. Я не думаю, что Союз-то развалился, а оружие-то осталось, что ли. А правительства нет. Некому решение принимать. Ну, это да. Там дебилизма было много. Ну. До какого-то. Короче говоря, неважно. Просрали они. Вот этот вот Советский Союз. Он разделился так, как он разделился. Да? Ну, по республикам, да. Который в него Про какой договор вы говорите, я, если честно, не очень понимаю, про какой договор вы говорите, про Крым. От договор о том, что там. База морская стоит российская. А, договор да, а вот. про Черноморский флот. Да. А что вам в нем не нравилось? Ну, на самом деле, знаете, вот если бы весь Крым сразу бы да, ушел да. К, к России, да, вот, да, То есть, ну, вот... При, да, да. Один вопрос, да. Он же, он же все время на стороне России был. Вот, ну, как вот 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 это Вот вы, это, это вы так думаете? Ну, да, я так думаю. Давайте ну, вот так. Ну. А вот, и если бы вот на тот момент, да, было понятно. Оно же было понятно на тот момент, что все-таки не все так просто с Крымом. да, вот что просто базы хранить, ну да. Понимаете, наверное, вот в чем такая ошибка была Советского Союза, что оно делалось вроде на века, но когда это все развалилось, оказалось, что не но на века, Советского да, Союза вот... нет, мы же уже к этому пришли. Ну, да. Все, нет Советского Союза. Есть ну. независимое государство Украина, ИРФ, правильно? Да, и да. много других стран. Угу. Крым принадлежит Украине, правильно? Теперь да. Есть договор о Черноморском флоте, там они имеют право базироваться и так, uh -huh. далее, так далее. Правильно? Правильно? Правильно. Каким бы он там ни был? Uh -huh. С моей точки зрения его этого договора вовсе не должно было быть, и российского Черноморского флота там быть вообще не должно было. Uh -huh. И никакой автономии у Крыма уже, если мы уже с того начнем, э, об этом говорим, не должно было быть. Uh -huh. То есть Крым это должна была быть просто полноценной частью Украины, и все. Uh -huh. Никакой автономии, ничего. Это с моей точки зрения. С моей точки зрения, крымчане прекрасно жили, им все их все устраивало, потому что я mm -hmm. там был, потому что я с ними общался и общаюсь, и после прихода России ни один мне не сказал, что вау, у нас тут туристический сезон стал намного лучше, mm -hmm. у нас тут заработки выросли. А слышу я наоборот, туристов нет, mm -hmm. никто сюда не едет, кучу земель под базы какие-то позабирали, кучу заборов каких-то понастраивали. Вот что я слышу после аннексии Крыма. Поэтому у нас, давайте не руководствоваться тем, что мы думаем, да, а руководствоваться тем, что было на самом деле. Вот есть Украина, вот есть Крым. Что дает России право заходить туда с оружием? С оружием? Да. Ну, все-таки автономная республика, правильно? Автономная республика. Она могла попросить помощи? Могла? Или нет? Помощи может попросить любая республика. Ага. Даже Белгородская сейчас может попросить помощи да, да. и стать БНР. Ага. Может может э, Питер попросить помощи и стать ПНР. Ага. У вас есть какие-то достоверные данные, что Крым у кого-то просил помощь? Нет, я просто вообще спрашиваю. Да? Ну, вот мы идем, помощи мы... может попросить а. кто угодно, от кого угодно. Тут э, вообще. Ну да. Ну. Так что давало право России зайти туда с оружием. Если власти Крыма попросили помощь Может быть, поэтому. Власти Крыма не просили помощи. Ну, вот я этого не знаю. Вот в чем проблема. До конца вот тогда. Но вы с 2014 я... -го года воюете. Вы... Ну, я... не с 14 -го, Там, знаете, я последние числа 2014 -го года приехал да, на Донбасс. И в итоге, мне все говорят с 2014 -го года. Ну, как-то. Там у нас просто был человек, пол, который, который без ног, без рук сидел уже ага. вообще без ног, без рук mm. там, и посадили и вот он тоже ничего не знает, mm. а ноги, руки он уже потерял. Ну понятно, да тяжело. Надо лучше знать, мне кажется. Так все-таки, ну так вы в таком случае как-то осуждаете аннексию Крыма или же не осуждаете аннексию Крыма? Мне кажется, что Крым сам туда шел, да, вот в этом направлении. То есть вы вам так кажется? Мне так кажется, да, Ой. что противоположного мнения сказать, что вот ему хотелось в Украину, я не думаю. И вы считаете, то есть, основываясь на своем убеждении, что вы считаете, что Крым сам туда шел, вы оправдываете то, что туда зашли российские войска с оружием, правильно? Ну, мне что понравилось, знаете, чем вот на Донбассе здесь, вот там зашли, там все чинно мирно, да, без особых жертв, и как вот сейчас вот жертвы происходят. Да слезы на глазах, сколько людей бегут? Вы за Крым говорите, что <свестит> Ну там относительно, по, по сравнению с тем, что сейчас <свестит> вот творится. Я вот что вам говорю. С Крымом в тот момент была как раз та же ситуация, с Украиной была как раз та же uh -huh. ситуация, что с Советским Союзом в момент его разлома. Uh -huh. Это то, о чем я говорил, правительства по сути не было. И не, было ком, не было кому решений принимать. Uh -huh. Просто Америка не зашла и не попыталась ничего сделать с Россией, просто потому что ей это Россия, если по честному, нахер не нужна. Uh -huh. А Россия называет себя по отношению к Украине братским народом. И вот в момент, когда у нас вот Майдан и раскол, uh -huh. когда правительство толком нет структуры, некому решения толком принимать, она заходит и забирает Крым. Хитро. Что можно сказать нет вы конечно yeah. можете верить что Крым куда-то хотел я например могу верить что Крым никуда не хотел но факт остается фактом uh -huh. Россия пришла туда с оружием и эти рассказы что все обошлось без крови нет там убивали украинских военных не nee, я не спорю убивали вот именно, убивали, что убивали, убивали я понимаю, сажали что э -э людей э -э несогласных сажали yeah. сажали Сказали людей не Пропадали без вести, люди не согласны. Вот был человек, mm. он против оккупации или аннексии, mm. раз его и не стало. Доказательств этому масса. Фото, видео, все есть. Хотите, я могу вам показать? Уделим отдельное время. Это небольшая статья с фото и видео. Mm. При желании. Кто я хочет, понимаю. пожалуйста, ссылку дал. Mm. А, поэтому, поэтому Крым. Аннексирован все-таки был. И России ничего не давало права туда заходить, кроме права силы. Но если мы будем говорить о праве силы, то долго тут говорить нечего. Потому что а, право силы ⁇ это право обыкновенных нацистов. Я приду и заберу, потому что я сильнее. Ну, там не только нацистов, любой, кто сильнее, может. Ну да, просто. Ну вот, например, mm -hmm. я сильнее. У вас телефон? Я пришел, у вас забрал и говорю: телефон сам захотел. Я по моему мнению он всегда ко мне шел. Все. О, у нас цвет глаз похоже да, с телефона. Да. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это то, о чем вы сейчас говорите. Я mm -hmm. думаю, что Крым шел. Но по факту туда зашли россияне с оружием и забрали его. И была кровь, правда, не так много. Дальше был Донбасс, Луганск, Донецк. Mm -hmm. Так что там происходило? Там местные, я так понимаю, тоже захотели подключиться вот к Крыму, uh -huh. вот к такой же истории, uh -huh. да, к быстрому присоединению, без там, uh -huh. ос особых каких-то там uh -huh. как это, проблем, да, то есть uh -huh. пришли, сделали все, проголосовали, сказали. Uh -huh. А какая была первая смерть на Донбассе? Не понял, еще раз. Первая смерть, первый погибший человек на Донбассе после Майдана. После Майдана? Да. Не, не знаю. Не, не, знаете, я не видишь, обращал внимания. Хорошо, okay. что у вас есть руки и ноги. Uh -huh. Потому что первый погибший на Донбассе человек, это украинские активисты, uh -huh. которые вышли как раз против этих референдумов. Их втерли в асфальт uh -huh. и убили. Забили палками и ногами. Я понял. А где конкретно? Вам не жалко было их? Нет, я первый раз слышал, где конкретно было. Это, по-моему, было в Донецке. В Донецке? Хорошо. Да. Ну, Но у меня есть это. Давайте эти... так, как, если у меня да. когда появится возможность. Я с вами разговаривал, я вас послушал, я это посмотрю да. Само отдельно для себя. Да. Я вас позову. Mm -hmm. Тут есть несколько mm -hmm. конкретно жителей того региона. Mm -hmm. Я им буду пока я им всегда такое кино показываю. Что mm -hmm. и как происходило на самом деле. Если будет возможность, mm -hmm. я вас вот тоже позову. По Посмотрите. Потому что это очень полезно людям, которые воюют по несколько лет, да, людей убивают, они знают, что вообще и как было на самом деле. Mm. Вот. А, потом начался так называемый сепаратизм. То есть вы говорите о том, что люди какие-то вышли, хотели присоединиться, а как быть с теми людьми, которые не хотели? Да, всегда такие будут, будут и за, и против. Ну, Но это... на них насрать, правильно? Где большинство? Большинство вот. там, где оружие и сила. Ну, наверное, скорее всего, да. Вы знаете, я заезжал в Лисичанск. Ну, я уже особо не воюю, не особо не воюю. У меня с ногой беда, да, поэтому воевать mm -hmm. я не могу. А вот заезжал в Лисичанск, и вот люди там mm -hmm. очень сильно руками машут там, э, как-то там, ну, ярко так вот внимание, да, нам уделяют. А, вот. а я еду и думаю, что ну, вполне возможно, что и другим военным, другой армии, они точно так же махали, да, потому что ну, люди с оружием. Ну, вот и все. То есть. Как-то как вот понимаете, так. Да? М -м. Я в а плане того, что да. да, у кого автомат, да, тот и сильнее. И тому там Правильно. поклоняться, поклоняться Правильно. вроде должны. Ну, я не направляю на гражданских, особенно, там, ну и так далее. А вот, то есть мирных людей мне всех жалко, надо покормить, хоть он за кого будет выступать, а да. все равно его покормят. Да, да, да. Вот. Но да. вот всегда аккуратно, да. что люди, да. видя оружие, затягивают. Я имею в виду, что да. есть масса кадров из того же Луганска-Донецка, где люди вооруженные бегают и захватывают облгосадминистрации, вламываются в школы, разрывают украинские флаги, топчатся по ним. Вы этого тоже не видели? Ну, администрацию, я так понимаю, они не сильно захватывали, там больше сама администрация была за Россию, да, и этот больше так вид был, что они ее захватывают. Uh -huh. Uh -huh. А вот школы с флагами, не, ну, школы с флагами я не обращал на и это внимания. И тоже посмотрим. Нет. Ну, да, вполне тоже возможно, тоже что есть такое могло быть. Ну, бегали люди, такие uh -huh. группировки, в общем, на машинах, вооруженные, захватывали то, что им надо, всех uh -huh. несогласных там сажали. Знаете, что с несогласных сажали там в тех регионах? Тех, которые остались за Украину, знаете, что сажали? Их? Тех, кто остались за Украину, да, сажали. Да, вот человек остался за Украину. Вот он, Нарок. вот он с проукраинской позицией. Знаете, что таких сажали там? Ну, вполне возможно. Ну, знаете, я встречал много людей, вот там, да, особенно вот в Луганске много общения было. И там кого-то посадить, там просто у людей еды не хватало. Да, вот когда это 2014 год лето было, mm -hmm. да, еды не хватало, кого бы они посадили. Им бы вот. Не до этого ну, было. Понятно, многим было не до этого. Но были да. журналисты, которых там сажали. Были те, которых убивали. Которые пропали без вести и до сих пор о них ничего не известно. Ну понятно. Не, ну без вести, надеюсь, все хорошо просто. А, а так да. Ну, я так понимаю, вам на это на все абсолютно наплевать, потому что вы поверили в какие-то благие идеи. Мозгового. Ну, мозгового, да. Идеи более такие, они здравые были, в отличие от всех. Вот, там большинства других, что... Мы хотим там, независимости к России, еще чего-то такого. А он говорил откровенно, что хотим, хочу государство, да. Мы на пороге того государства, которое будет. Я понял, понял, да. Идеи Мозгового я про них почитал. Mm -hmm. Кому интересно, тоже могут почитать. Его все равно убили. Ну да. За что? Наверное, за то, что он слишком идейный был. Вот. вот, вот его это, же и... да. А кто его убил? Официально ДРГ украинская. но ну, это официально. А не официально. Но в эту версию, ну, версию не вот. верит в никто от слова совсем. Ну, многие не верят, да, скорее всего. Ей нет никаких подтверждений вообще. Да. Кроме того, что просто вот случилось, случилось. начинается. Да, это плохо, конечно. Да. Вот. Поэтому гадать. Ну. А версия более логичная, он мешал кому-то там своими идеями. Вполне возможно. Слишком он был идейный. И, наверное, как, как авторитетный. То есть mm. за ним, да, за ним можно было идти. Да, за ним там шли люди. Некоторые. Mm. Некоторые не шли. Но mm. его убрали. Да? Ну, mm. да. Mm. А вы верите в то, что его убрала российская власть? Ну, mm. well, власть, я думаю, нет. если вот какие-то там. Тоже, ну, это доводы только мои, mm. да, mm. вот mm. так mm. вот. Mm. Uh -huh. Предположение, что какие-то спецслужбы, какие-то организации между собой воюют. Не воюющие, а вот интересы, да. За чьи-то интересы. Ну, так могло быть по-моему. Знаете, я так, скажу. А, вы ну, по вашему убеждению, ну, вот как вы думаете, что Крым сам туда хотел, да? Вот вы просто думаете, да? Ну, да Крым, и да, спокойно, думаю спокойно озвучиваете хотел. эту мысль. Да. А, по поводу мозгового точно так же и по поводу лидеров так называемых ЛНР, ДНР, вы э, думаете, что ими руководит Россия? Или это что-то абсолютно независимое? Ну, Мозговой, мне кажется, вообще, ну, не, не вообще а вот так независимая личность, да, так. я вот его так могу назвать. Так. А остальные? Вроде Пушилина или Пасечника? Пушилина или Пасечника. Ну, вот знаете, я вот живу вроде в ЛНР, ну, довольно давно, ага. в институте, ага. там, жена, все дела было, ну, была жена, учился в институте, учусь в институте. А вот. И вот Пушилин, Пасечник или еще кто-то такой. Мне вот немножко плевать, да, вот. Ну, мне кажется, что это больше говорящая голова. Лично мое мнение такое, что это люди под внешним влиянием. Вот давайте так называть. Да. Внешним влиянием чьим? Ну, скорее всего, России. Они идут под Россию, да, вот так вот. И те приказы исполняют, то есть. Как лидер региона, например. То я есть... со Ставропольского края, да, рода, как губернатор Ставропольского края, вот его. Вот так я назвал бы. То есть марионетки так, России. Ну да, какие-то лидеры, которые от России поставлены сюда, здесь смотреть за порядком, Назовем так. Соответственно, ну, за порядком, действительно, назовем так. А, то есть, mm. те, кому, кто был не России, вроде Мозглова, ну, его убрали. Да, остались те, кому кто был выгоден. Да. То есть, в Луганске, Донецке все это время, все эти восемь лет управляло марионеточное российское правительство. Ну, вполне, я знаете как скажу. Как вы думаете? Вот да, я думаю, что скорее всего это было марионеточное. Вот, вот. и вот смотрите какая да. история. А как вы думаете, Украине это нравилось? что Россия поставила в Луганске и в Донецке своих марионеток управлять нашими областями? Думаю, нет. Ну, не думаю, это а нет, естественно, нет. Нет. Далее вопрос. Как вы думаете, российская техника, российское оружие было на Донбассе? Я имею в виду, а обобщаю, Луганск, Донецк, не важно. Да, наверное, возможно и было. Знаете, вот спецоперация началась, я увидел много российской техники до этого момента. Опять там, вернемся там. к этому видео, на которое mm. у нас ссылка всегда прикрепляется. Там колонны российской техники mm. заходят из России в Луганск-Донецк. Ну, не конкретно в Луганск-Донецк, а в эти области. Mm. Колонны, огромнейшие колонны техники. Это вот э, в начале Тогда, спецоперации? Там, Тогда? Нет, это 2014 год. Mm. Огромные колонны. И РСЗО, mm. и танки. Все российское туда прет. Ну, я понял. И многие жители об этом знали. И на видео есть видео, опять-таки, с комментариями местных жителей. Uh -huh. Некоторые радовались этому, что Россия туда заводит. Я этого не отрицаю, но я пытаюсь все-таки прийти к uh -huh. простой вещи. Если там российское марионеточное правительство, российские танки, российская техника, российское оружие. И как вы уже сказали, это не очень нравится Украине, что на их территории, uh -huh. да? Все это находится. Как вы думаете, Украина начинает воевать за свою территорию? Да. Ну, должна, по идее, если да. государство сильное. Да. А те со своей стороны воюют. Да. Дети гибнут и там, и там. Угу. Мы пришли к причине. Так что причина? Майдан, который был в Украине или Россия, которая туда зашла? Наверное, Майдан стал поворотным моментом все-таки для меня. Да, вот. То есть Майдан я... дал право России и в Крым зайти с оружием, и на Донбасс зайти с оружием. Майдан разделил народ. Я вот, я вот так народ, вижу. послушайте, народ да. в стране может разделяться так, как ему выгодно или невыгодно. Это дело народа. Да? Это дело народа. Россия имеет право из-за того, что где-то в другой стране что-то происходит, вводить туда свои войска, оставить свое правительство, если там ее интересы, почему нет? А, все, правосилы. Ну то есть право не правосилы ну, совсем. Право силы, а, да, как? Вот а как? А как не правосилы? Какие интересы? Mm. Какие интересы? Люди, которые поддерживают Россию, ну, к примеру, вот так, да, то есть свой народ забрать, не стоп, поддержать, стоп, да, вот так. Стоп, вот. стоп подождите. Люди, которые ну. поддерживают Россию, их можно забрать в Россию? Можно. Чего ж не забрали? Ну, тут еще вопрос такой интересный Приднестровье, как сделать так же. Ну, давайте не уходить. Давайте, Давай. луганс Донецк, да? Да. Крым забрали? Угу. Забрали. луганс Донецк. Ну, мне кажется, что надо было просто вот так, оп, договориться, да, вот. Мы с вами не воюем, да, мы вот это вот так делаем на таких отношениях, как мы поделим, да, вот так не, не поделим, да, договоримся. Мы же с вами можем с, с вами договориться, да, пообщаться, договориться. А почему правительство, ну, президенты не могут? Наверное, Но... потому что Украина никогда не взяла бы и не отдала бы часть своей территории и не отдаст просто так, потому что России показалось, что там ее люди. Угу. Если Америке сейчас покажется, угу. что на Камчатке ее люди, Америка зайдет и заберет, а вам покажут даже картинку, где люди на Камчатке с американскими флагами, вы поддержите такие действия Америки? Да, думаю, нет. Правильно, потому что вы не симпатизируете Америке. Угу. Но России вы симпатизируете, поэтому вы поддерживаете, что она зашла на чужую территорию, потому что там якобы ее люди. И я вам задаю вопрос, а что же было этих людей не забрать и не защитить? Там же были разные люди. Там были люди, которые за Россию. Там были люди, которым похрен. Это вообще основная часть. О, да. И люди, которые за Украину. Заберите себе людей, которые за Россию и защищайте их. Дайте им квартиры. Пусть спокойно продадут свои дома, квартиры, машины, имущество свое. И с этими деньгами уедут в Россию и защищайте их там. Экономику поднимайте. Это да, вполне возможно. Uh -huh. Ну, мы с вами политики. Мы не а, та... Нет, мы с вами не политики. Я да. журналист, я людей ага. не убивал. Вот. А я вы убивали? По... Ну, не надо договаривать. Не надо. Не убивали людей? Нет. Вы с 14, -го, с 15 -го года воевали, не убивали людей? Я полтора месяца прослужив, получил ранение тяжелое. Да. И, ну, тяжелого особо да. я носить не могу много ходить, да. не могу. Ну, то да. есть вот вот такая Да. Ну и вот. После ранения почти два года хорошо, ничем яско, таким не занимался. Хорошо, я понял. Я вот. скажу проще. Я журналист, я оружие в руки не брал. Вот, да, давайте. Да. да. А оружие я беру для чего? Ну, для, для... самообороны либо нападения. Либо нападения. Вы да. для чего брали? Для обороны. Для ну, себя. Для обороны. Вы да. приехали из России в Украину для обороны себя. <свят> ну, потому что вот мы сейчас с вами разговариваем, да, <свят> вы на меня в какой-то степени нападаете словами. Нападайте. Я хочу вас перебить. У нас да. дискуссия. Да. Мы то есть, разговариваем. У нас перед вами, видите, плакат стоит, то, что вы должны отвечать. Нет. Я вот сразу. Потому что его нет. Ага. Поэтому, если. Ну вы все, все, Дим, я же сказал, нападайте. Все, да. я жду, нападайте. Все, Попрос я не знаю. Возможно, ответили. ответили. Будет номер. Дали телефон э, Вики. Я так понимаю, это сестра. Вики. Спасибо, братан. Ну, типа 40 минут, Спасибо. о чем то Спасибо. мы Спасибо. говорили, типа ты взял как бы и помог. Извини. Спасибо, ну класс. Не получится вырезать? Не получится. Мы не вырезаем ничего. Я понял. Ну давайте нападайте. Я ж пытаюсь Нет, я понять. Не, да. не человек такой, который словами может воевать, да вот с, ну, да и делами так. Знаете, я Ладно. тоже не человек, который воюет словами. Я всего лишь пытаюсь да. понять вас да. как человека, который воевал еще тогда uh -huh. пришел понять ваше мышление, донести ваше мышление до других таких же, как вы. Uh -huh. Найти ответы на вопросы, зачем вам эта война, за что вы воюете, стоит ли оно того. Ну, война никогда не стоит. И тем не менее, вы война... взяли в руки оружие, а не я, ну... и я хочу, чтобы вы мне объяснили. Оно как-то так звучит, да, взять оружие за мир чтобы вот, ну, не было войны. Вот чего вот, что мне Чтобы не страдали дети, да, чтобы вот, вот этого, вой... вот эта вся катавасия, которая началась с Донбассом, да, 8 лет назад, чтобы да. она закончилась, да. Вот, я не... вот перед вот этой кампанией спецоперацией я не специально пришел в армию, меня смобилизовали. Угу. Вот. Но чтобы мы жили вместе хорошо и счастливо, вот это для меня задача. Взять оружие, да? чтобы мы жили вместе хорошо и счастливо. Ну, знаете, как я скажу? Вот я вижу такую вещь: а, в России песни всякие сочиняют, да? А, про ну, патриотизм, еще что-то такое. А вот. А ну, Россия великая страна, там еще что-то. Ну, вот я так образно говорю. А вот. И слушай, ага, много... кусок, я образно говорю. Ну ладно, нет, просто слова такие. Mm. А вот. А в Украине, да, есть такие песни. Вот. Но тут недавно с человеком, с одним общался, который просил повторить, э, так, Путин хуйло и еще что-то. Вот да. такое, да? Вот. да? То есть, ну, это обзывательство других, а не восхваление себя, да, вот так вот. Да. То есть, вот я вот такую разницу заметил, да? Я бы с радостью сказал, знаете, вот как-то мне один товарищ сказал, что Украина это, в принципе, хорошая страна, все. Ну, у них идей не хватает, чтобы они вместе собирались. И вы знаете, вот. Я прошу прощения, здесь такую идею подали. А? Отвлекусь просто: ага. отправлять вас, военнопленных, ага. на эксгумацию людей, которых э, сейчас, вот в изюме, видите, вот ага. тела. Может, это правильная идея? Может, действительно, вас нужно туда отправлять, чтобы вы откапывали людей, которые после вас, освободителей, закопанные лежат в братских могилах? Ну, изуроб... Изуродованные, изнасилованные. А убивать этих людей отправил Путин. Да, хуйло. Но это очень мягкое слово. Таких слов нет. Фюрер, Гитлер, ну это тоже все будет, знаете, просто сравнение. Ну, я понял. Конечно, хуйло. Буча, Ирпень. Вы не видели, что там было? Ну, слышал. А я не слышал, я знаю. Uh -huh. Точно знаю. Там моих знакомых вот так вот откапывали. Знакомых мне людей. Ну, я понял. Я не знаю, оскорбление, там, не оскорбление. Может быть, тот человек, который вам это говорил, у него ребенка убили. Или близкого человека. Поэтому вы уж на него не в защите. Mm -hmm. Нет. Да. Я не в плане того, что вот человек, да, лично, mm -hmm. вот так, mm -hmm. личный человек, не любит Путина, там, да, определенный человек тоже там из там, состава. Да в нас ракеты. Или в нас ракеты полгода летят последних. Mm -hmm. А отдать приказ, чтобы они летели, отдал как раз Путин. Поэтому не любят Путина. Да? А, а еще нет Путин пар... Крым забрал в 2014 году. Который, конечно же, мы заберем обратно. А, а. потом вторгся на Донбасс. Луганск, донец со своей техникой. Из-за чего началось все эти 8 лет. То, о чем мы с вами говорили то, о чем mm. мы с вами говорили, что там техника российская, и войска российские, пусть они добровольческие, и такие, как вы, приехавшие за какие-то идеи, и стреляют в эту сторону, а с этой стороны стреляют в ту сторону, потому что это наша земля. И гибнут мирные люди. Вот только проблема в том, что если бы вы со своими долбанными идеями туда не пришли, mm. то эти дети бы и не гибли. Вы пришли защищать детей, которые и пострадали из-за того, что туда пришли такие же, как вы. Я понял, понимаете? Ну, да. Давайте, я на вас напал снова. Давайте теперь вы да, не, я нападать не буду. Ну тогда, я, знаете, вот, что тогда скажу. скажите, что вы защищали, кого вы защищали конкретно, Не идеи, да, конкретно. Вы Но... пришли с оружием на чу в чужую страну. А, давайте так скажу, да, если вот как бы правильно так сказать. А, все видели начало этой войны именно вот спецоперации да, как, как в России говорят. Но, ну потому что вот война это 8 лет, да, а спецоперация это вот вот этот промежуток небольшой. Вот эту спецоперацию как быстрое решение, а вот вот все этой проблемы. Получилось нет. Кто виноват? Ну не мы виноваты А кто виноват? большие люди виноваты они так О, а как в имя да. самого большого человека большого Путина. да так он совершил да. военное преступление или нет не знаю сколько вам еще таких да. видео показать не он именно вряд ли бы то есть да там я не думаю что он приказывает так вот сюда нападаете убивайте вот там нет не приказывает ну, а что же он приказывает, вот этих, вот этих. А же он приказывает? Вот. тогда что российские да. танки делали в Чернигове, под Киевом, в Сумах, в Херсоне до сих пор, в Запорожской области, в Харьковской области? Что? Это не Путин приказал? Путин. Ну. Лично я бы вот на тот момент, да, посмотрел вот как это происходит, вот эти как они охваты, обходы, ну то есть вот. Ну. А вот что войска сдаются, страна о, капитулирует, ну государство, я имею в виду. А вот все уходят. А дальше уже другое правительство здесь становится. Лично я вот так это увидел. Но если так не получилось и вот так вот война складывается, что люди сопротивляются, не хотят, что-то надо другой выход иметь, ну другой выход искать. Вот что я вижу. Я не хочу войны. То есть вы все время да. руководствуетесь правом силы такого себе гопника. Зашли, да. надавили, не получилось, ну все, ладно, давайте. Получилось, значит хорошо, значит молодцы. Ну а так. как? Объясните. Не совсем так. То есть, знаете, ну, если с правительством, да, одного Вова, с другим, с другого Вовы да, не договориться не могут. Подождите, о чем можно было договориться да. с Вовой Путиным, который сидит, несет чепуху какую-то про историю, угу. полчаса рассказывает, а потом объявляет спецоперацию по демилитаризации. Угу. То есть, мы придем к вам, вас разоружать. Угу. Тупое гопничество вообще. Ну Просто мы, мы одна страна, придем к вам в другую страну, чтобы вас разоружать. Это раз. И два, несет какую-то ахинею про нацизм. И ничего уже не спрашивает, а просто говорит, мы объявляем спецоперацию. О чем ты с ним договоришься? Как? Раньше. Я Что хочу, раньше? Раньше можно было пробовать договориться. Почему О чем не договорились? О чем? Давайте. О чем договориться? О мире. А как поделить Донбасс? Как сделать так, чтобы здесь войны не было? Ну вот так вот, да? А почему мы должны с кем-то делить Донбасс? По какому такому праву не, мы, мы должны делить с кем-то Донбасс? Ну, как-то можно договориться стоит. Да, давай. Нет, вообще, то есть, знаете, если мы с вами... Ну, я вам, же может... я, я а... вам привел пример, как да. можно договориться. Можно взять, э, если вам там было кого защищать, России, угу. да? Там были определенное количество людей, которые сильно там тяготели в Россию. Угу. Надо было взять их и вывести в Россию, дать им паспорта, они бы спокойно здесь бы продали бы свои квартиры, свое имущество и уехали бы туда. А, Это какого... мое решение вопроса тот момент. Это ваше, Все, да. да. А, а ваше? Ну, у меня, ну, не знаю. Смотрите, а, Луганск. Ну, не, допустим, вот, да. знаете, вот вы такой вариант предложили, да, да я допустим, вот, да, да, или да это вот да. не 100%, да. но да. вот такой да. вариант, да, там, э, всю ЛНР, ну, Луганскую область, да, вот так вот э, поставить там, ну, присоединение к России, вот так вот. Да. А вот мы с вами садимся за стол переговоров, вы со своим предложением, я со своим. Мы сидим, обсуждаем и приходим к выводу, вот, давай вот так сделаем, да, да. Ну, неважно, да, как-то вот мы, с... а... мы как взрослые люди договорились, допустим, вот. приняли решение. Но ведь знаете, а президенты наши давно встречались между собой. Встречались несколько раз. С Порошенко Путин встречался несколько раз. С Порошенко, да, да. все. Ну, как, да. как бы знаете, то есть диалога правительстве нету, почему-то. Почему? почему ну, нет? Я не знаю. Я вам просто. А? Мы же не президенты, мы же не знаем, да? о чем они там вообще между собой говорили, да? Ну, вот я это, вам просто, да. вы просто говорите, mm. что э, не было решения. Я вам говорю, ну вот вам решение. Но нет, это один. То есть, да, мы mm. вот сейчас вот разговариваем. А какое вы лично yeah. видите еще решение? Вот вы говорите, не сели, не договорились. Зеленский не mm. сел, не договорился раньше. А я пытаюсь понять чисто аналогическом уровне, о чем мог договориться Зеленский. Mm. Отдать территории? Вариант. Не вариант. Ни в коем случае, либо войну не не ну, Такого не людей. бывает, да. бывает чтобы а. э, чтоб страна взяла и сказала, да. окей, забирайте. Государство не обеднеет. Это не вариант. Ну, вообще, к примеру, в Сербии так было много раз. О, отделение и независимые. Эти. Вот это, к примеру, в Сербии. Но мы Даже... не в Сербии, мы в Украине. Понятно. Я просто не mm. хочу уходить. В Я приезд. понимаю. Допустим. Нет, нет, нет. даже давайте а. представим, где-то такое, допустим, было. Mm. Мы в Украине. У нас независимая mm. страна с такими-то границами. Mm. Мы 8 лет заявляли и объясняли, ничего мы вам не отдадим. Mm. Вот этому гопнику, который пришел забрать телефон, mm. мы говорим, не отдадим. Если надо пару сообщений с телефона с этого скинуть, uh -huh. если ты считаешь, что это твои, можем скинуть. Ну, если уже если это корректно так сравнивать. Я uh понял. -huh. Но телефон не отдадим. Дальше что? Все, это наша была позиция, и она есть, и она будет. И Крым не отдадим, между прочим. Хоть Россия уже уверена абсолютно на 100%, что Крым ее и навсегда, но это очень большое заблуждение. Ну посмотрим, время покажет. Да, время покажет. Мы же, мы же только разговаривать. Мы Конечно, продолжим. мы можем только разговаривать и и все. Uh -huh. А я пытаюсь между нами uh -huh. просто понять, чем вы руководствуетесь: правом силы или все-таки каким-то здравым смыслом? Потому что uh -huh. еще раз говорю, Луганск, uh -huh. да? в Луганске живут люди, которые за Россию, которым все равно, которые за Украину. Uh -huh. Почему вдруг вы решили, что они должны? присоединиться к России. Или же жить под марионеточным российским руководством. Кто вам дал право так судить? Я видел людей, которые говорили, хотим жить с Россией, в России. Так. Других людей я, и не встречал. Вот а, те, которые там с Луганска, с Донецка. Ну, с Донецка Донецк я никогда не был, ну, с, с Луганска. О. Наверное, потому что они оттуда выехали. Ведь оттуда же выехали миллионы людей. Это статистика. Ну, вполне, да. Так почему, кто ну. вам дал право решать за людей, что они должны бросить свои дома и уехать оттуда, потому что туда пришло марионеточное российское правительство? Почему вы считаете, что так можно? Я вижу эту землю как коренную русскую, ну, скажем так, да. Ах, коренную русскую. И. А то, что это 30 лет э, прожила Украина? На тот момент сколько? 24 года, да? Пробыла Украина в своих территориях, Россия в своих территориях, это вас не беспокоит? Ну, я не считаю, что силовой метод, да, допустим, вот так скажем. Не, он допустим, но это в крайних случаях, при геноциде и чем-то чем таком. Угу. А, о, а То, если... что я вам только что показывал. Но... Это как раз геноцид. Ну, это да. Это геноцид. Не, ну, мы конкретно смерти не видели, да, как они происходили. Не видели, поэтому и тут до конца сказать, кто в смысле, наш, от как? Откуда вышла только что была выбита российская армия из Изюма. а это вам показывают, как выкапывают людей. Вам еще что нужно? И вы думаете, что мы туда зашли, их закопали, и теперь я вам это видео показываю? Нет, ну... А в Буче тоже а. то же самое? И в Верпине? В, в Буче и я... В остальных городах а. то же самое? Понимаете, в чем а. дело? Э, в чем сложность? А. Российская армия зашла под Киев. Угу. убивала людей. Убива... Российская армия пошла по шести направлениям. Это множество смертей. Это люди, это жизни загублены, это война. Вы пошли когда-то защищать детей. Угу. В результате вот этого за один день погибло больше детей, чем за 8 лет на Донбассе, которых вышли защищать. Еще раз. За один день погибло больше детей, чем за 8 лет на том Донбассе, который вы пошли защищать в 2015 году. И я вам это говорю, а вы, отвечая на это, мне говорите, не, ну, зашли, но ну, не получилось, надо было уйти. Ваши слова? Не уйти, как-то... Ну, как вы что, сказали, за зашли, М -м -м. капитулировало. Ну, не капитулировало, ушли. Так же, вы сказали? М -м -м. Так неправильно. Вообще воевать неправильно. Ах, неправильно все-таки воевать. Ну, договариваться надо. Договариваться. Вот, вот что мне кажется. Да, то есть... Э я так понял. Россия зашла показать силу на АО. И в итоге договориться. А чем этом... Россия, да. которая зашла показать силу, отличается да. от нацистов. От нацистов. Ну, Вторая мировая, вы историю хорошо знаете? Ну, ну, неплохо, да. Да, ну вот. Чем? Отличие. Ну, ну во-первых, разные руководители. Так, разные... Ну, разные имена, да, их по-разному зовут. Ну, идеологии разные, как минимум. В чем? Одни евреев точно не любили. эти украинцев не любят? Тоже разные названия, да. Ну вообще евреев кто не любят, они отдельно вообще как это дадут. А вот не знаю. Пока, вы... не, пока не слышал о таких вещах, как там лагерях смерти каких-то, ну где вот там вот пытают, убивают. Ну конечно, я вам как. только что видео показал, вы говорите, это еще надо разобраться. Как же в Нет, Не, ну но... знаете, может быть когда-нибудь. Ну -ну, дальше. Не, я имею в виду, что у Гитлера там лагеря целые были, да, здания, в которых людей жгли и все вот это, да, вот было, было такое. Ну, у россиян есть, он мобильные крематории жгут, кого они там жгут? Ну, вот Или вы там... отрицаете мобильные крематории? Я не видел. Не видели, хорошо. Да. Если, если я увижу, я что-то сказать что могу. Что еще? Да, по, по телефону это все, что придумать можно как-то так. Ну, то есть не. А я вам даже показывать я, знаете, не буду, потому что я... в принципе все же против России это выдумка не, не, не. и фейк. Я понял. Я дальше знаете, что как? еще? Хорошо, лагерят. Понял, да. И, и допустим, дальше. Что а еще? Вот идеология, что одна нация. Да, одна нация выше всех остальных. Правильно, Россия выше, поэтому она имеет право заходить в Украину ну, и убивать людей. Россия это страна. Ну, а вот они а нация. Да. А национализм от слова. Хорошо, нации. понял. Верно. Фашизм. Вот. Чем отличается действие от э, россиян от фашизма? От фашизма. Да. Ну, фашизм это только Муссолини, если только сравнивать. Ну дебилизм большой этот Муссолини, внутренние проблемы, забить вот войной напасть на куда он там на. Африку ну, нацизм это когда одна нация выше другой. Ну да. А, а фашизм да. это когда какая некое великое государство. Да. Да, может другим там что-то диктовать. Ну, и просто. вот Россия, как вот это вот некое великое государство, посчитала, что оно может что-то диктовать Украине. Верно? Ну, там в своих интересах тут Россия. Вот. Ну, в своих Она, интересах, как конечно. Ну, тоже как, в сокровенно. своих интересах, да. Ну, Россия в своих интересах ну. имеет право, по вашему мнению, что-то диктовать Украине, правильно? Уже Крым, ладно, уже Донбасс, мы уже прошли, уже мы там ни, ни до чего не договоримся. Дальше. Россия под Киевом. В Черниговской области, в Сумской области и так далее. Почему вы считаете, что Россия имеет на это право? Ну, знаете, до 2014 года, ну вообще, вот да, раньше было так, что ну, общение было, да, двух государств, нормальное общение, там, дружеские и все остальное. А вот после 2014 началось нагнетание, химические вот всякие вот эти процедуры всевозможные да а что неправильно сказал а, химоружие вот какое химоружие ну по российскому телевидению говорят о химоружии, что оно пытается здесь на, Донбай... а, на украине сделать вы, вы вот про это что ли? А... не знаю Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие которое и... испытывалось на добровольцах Украинцах это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Другой вот другую историю, не совсем. А, а что? Нет, они показывали какие-то лаборатории, рассказывали, да? Какие? О, о хими химические, там, какие-то биологические, что там что-то что изобретать, пытались сделали. А что, что это такое? Вот. Давайте я вам просто пример немножко расскажу. Давай. Вот. С началом спецоперации было сказано о том, что в селе Степовое, степное, степовое Луганское да, Эппи, да. вот. Там была история такая, что заразили, принесли деньги с Украины, да. вот и заразили детей, а вот детей и потом вот много кто там заболел, а вот там именно такая большая вспышка была. Почему мне это близко и знакомо? У меня жена моя бывшая, она, а вот она как раз вот оттуда и она вот этой штукой заболела. А а Какая вот. штука? Ой. Что это такое? Свиной в, грипп. Нет, нет, в легких. В, в легких. Коронавирус? Нет, когда кашляют, но ну, не коронавирус. Коронавирус еще не было. Бронхит. Вот. Не, не, тяжелое вот это. А вот. Пневмония. Пневмония. Не, не пневмония. Туберкулез вот. Спасибо. Туберкулез. Да. Вот, что была раскинута туберкулезная палочка, и вот вот так вот было очень много людей заражено. Туберкулез принесли через деньги из Украины, передали и там заболели туберкулезом? Кто-то разнес деньги в степном, да, отдал детям. Там они даже доказательства. Ну Лавров показывал, рассказывал, что такое. В рот Давай, давай, ты попробуй. Ну я хотел. Ну давай, может я быстрее. Ну тут просто требуется. Это требует. Это это необходимо. Туберкулез. Лавров туберкулез. Луганск, да? Степовое, Луганск. С да. Луганск степовое. Зачитывай, Вадим. Уже? Ну, давай. Открывается. Это, это просто Это раз. сейчас будет что-то феноменальное. Тебе надо VPN включить. Да, у меня сразу это. Потому что Лавров нет. заявил, что РФ продолжит расследование о деятельности биолаболо... давай США. Давай я прочитаю, меня лучше будет слышно. 29 апреля этого года. <связь> Значит, Лавров заявил, что РФ продолжит расследование о деятельности биолаборатории США на Украине. По словам главы МИД РФ, тема биологического и химического оружия это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание. Во время диалога США бла-бла-бла. По его словам, в лабораториях содержали наиболее опасные патогены, в том числе возбудители туберкулез, засибирской язвы, холеры и бруцелеза какого-то. Это опасные вещества. Поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Все? Да. Ну я нет. прям. Ты про, дети... про детишек мне найди, про деньги, которые раздали из Украины детишкам. Дети пошли туберкулез в степовом разнесли. Это ж. Ты представляешь, преступление какое-то. Это расследовать надо. Я сейчас же возьмусь за журналистское расследование. Немедленно приступлю. Сейчас подключим всех. Ты что? Вот. Еще есть такие истории какие-то у вас? Нет, просто вот знаете, я так скажу, это 20-й год, вот, я только ну, с будущей женой общаться да, начинаю вот, И сама врач говорит, в, которой, ну, в больнице, в которой она говорит, у вас прямо, ну вот в том районе, прям вспышка такая не, ну, как, не типичная вспышка, вот, вот так бы назвать Понимаете, в чем дело? Очень а. часто бывают нетипичные вспышки тех или иных болезней в тех или иных регионах. Ну, знаете, вот в той ситуации оно вот так вот складывалось, а, а потом по тот, телевизору а как я. как в тот регион убили? проникли те люди, которые раздали детишкам деньги. Ну, скорее всего, через этот. Владимир, читайте. Не, как? Скорее всего, либо через, ну, через Северский Донец, там есть пропускные пункты. Через так, Донец. ну тут, наверное, сейчас объяснят. На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом. В ходе с, э, специальной в СВО российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. В этом в среду сообщил начальник войск ТТТТТ ты -ты 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 -ты, по его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза, причем с множественной лекарственной устойчивостью. Жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в славяно-сербском районе Луганской Народной Республики. Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр, все эти фальшивые купюры были идентифицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Это ваша история. Угу. Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствует несовершеннолетние. Организаторы учли особенности поведения детей. Ведь те имеют, имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками. Да, это, в принципе, доказательства, по большому-то счету. Мне просто вот этот момент заинтересовал, как они туда попали. Не описано. Разбрасывались да и разбрасывались. Ну попасть можно. На ну, самом конечно, деле... попасть можно. А. Давайте дочитаем. А. В итоге результаты бактериологических исследований, по словам, э, здесь должна быть ссылка на результаты бактериологических исследований. Угу. Ну если это статья, а не филкина грамота, угу. здесь должна быть ссылка на результаты исследований. Я понял. Увидеть ну... результаты исследований. Угу. Увидеть купюры увидеть этих зараженных детей, э, расследование, что, что именно, э, количество зараженных детей, количество зараженных людей, что именно это вызвало, и вот это вот все должно быть ссылочками здесь расставлено. Фото, видео с камер, как видно, что кто-то разбрасывает. По возможности, все, ну как да, можно да. больше, ведь это да. же очень серьезное обвинение, да, это банка. одно государство обвиняет да. другое фактически в том, что то государство напечатало зачем-то деньги да. зараженные, чтобы заразить детей туберкулезом, ну, людей, Понимаете? Да, да, ну, даже они не же... По... Людей, да. а, ну, нет, они же делали mm -hmm. ставку на детей, ведь те же любят подбирать все с пола mm -hmm. и небытами руками кушать, вы же понимаете? Uh -huh. Это же... Uh -huh. Это же... Да. Результаты бактериологических исследований. По словам начальника войск РХБЗ, подтвердили устойчивость выделенных бактерий с противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда. То есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению. А стоимость лечения намного выше, разъяснил военноначальник. Не, ну в принципе, что мне еще надо? Эксперты Луганской республики санитарно-эпидемиологической станции оформили заключение. Здесь должна быть ссылка на заключение, угу. согласно которому заражение фальшивых купюр осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем. А заражение э, фальшивых купюр может еще не искусственным путем произойти? Не, ну, ну покашлять там специально. А естественным их. путем. Ну да, наверное, как-то правильно, верно, все правильно. Не случайно кто-то покашлял на них, а их искусственно заразили. Так как материал установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса. Главврач Луганской республики противотуберкулезного диспансера также сказал, что имеются все признаки умышленного рукотворного заражения листовок биоматериалов высокой патогенности. Все. Ты поломал мне сегодняшний прекрасный день. Доказано? Ну, все не доказано, да. Я просто вообще... Все, вот накололи купюрой. Да. Все. То есть из-за да. этого можно идти и сотни тысяч людей ложить в землю? Нет, так делать нельзя. Вот если вот эта история правдивая, да, так делать нельзя. Вы понимаете, да. что я вам говорю о том, что Россия зашла по шести направлениям, что У -у -у. доказано. Да. Множество людей изнасилованных, изуродованных, застреленных в спину и в голову достают из могил У -у -у. после того, как там прошла российская армия. Вы мне говорите, что это еще нужно доказать? Я вас спрашиваю, что да. давало право России это делать, да? С чего мы начали? Почему Россия считает, что это можно делать? И вы мне даете, вы мне говорите, что, а вы знаете и говорите мне вот про вот эту вот Филькину грамоту, про вот эту вообще я, я не знаю, как это назвать, это же мерзость то, что я только что прочитал, это же бред, это же ну в поликлинике, в психушке идиот какой-то может только такое написать. Ни одного доказательства, ноль. Ни попытки даже как-то это аргументировать или обосновать. Чем это отличается от тех слов Михалкова, которые я вам включал, по сути. Ну, Михалков вообще ничего. Михалков вообще ничего не сказал. Сказал? Сказал, да, нет. что готовили птиц, которые должны полететь в Россию и заразить, заразить славян. По нужной траектории. Ну, просто слова, да, Михалков. А это что, не слова? А что за газета? Что за статья? Ответ. С какого это? Мне просто может быть более нет, ну Сколько я вам должен Вы против. читали какой-то более объективный материал? Нет, я просто не ну, Так а чего мы да, сейчас да. должны его сидеть да. искать? РГРУ. Ага. И потом на вестиру. Это же статья. Нет, так, не так у российских пропагандистов у да. них сильно ничего не отличается, и потом потому что, и факты. Потому ну. что ну. на всех остальных ресурсах будет все то же самое. Если да. бы были какие-то доказательства, они бы потрудились бы вставить ссылку на эти доказательства. Но если вы не читали этого, но в этом уверены. Что, мы сейчас будем читать? Подтверждение искать этому бреду? Я не ищу подтверждения. Причины Я знаете, еще как... раз вас спрашиваю, что Оп. позволило, Росси... что дало право России угу. вторгаться по шести направлениям в Украину, убивать людей? Что дало им право? Я так понимаю, приказ. Приказ Путина, да. Почему? Потому что вот он вот так посчитал. Так это все-таки приказ Путина? Потому что только что вы до этого да. говорили, что наверное нет. Ну, в данном случае это приказ. Приказ? Это преступный да? приказ. Преступный, вот пока не могу сказать. Вот, вот как То бы есть было. Заходить да? в чужую страну, танками да. убивать людей это не преступление, по-вашему. Знаете, я вот. Процесс, вот да, исторический. Когда он придет к концу, тогда можно поставить итог какой. Да, а до этого момента, до того момента, пока не поставлена точка в истории, это будет все такой вопрос на все. Вот. Возможно, да, что он именно вот сейчас, да, есть... Вам лечиться надо. Спасибо. Ну, вам серьезно, вам лечиться да. надо было, а не воевать все эти годы. Или что вы там делали? Серьезно. Ну, то есть mm -hmm. заходить, убивать людей, заходить на технике одной стране в другую страну, это должен поставить какой-то исторический процесс, точку в этом процессе. Mm -hmm. Убийств вы пошли защищать детей, вы мне говорите. Я вам mm -hmm. говорю, за один день погибло больше детей, чем те, которых вышли защищать. И вам тупо это вот так вот. Mm -hmm. Вам mm -hmm. все равно, вам плевать на это. Потому что mm -hmm. вы говорите, что точку должен поставить исторический процесс. А я вам еще раз повторяю, детей погибло за один день российского вторжения полномасштабного mm -hmm. больше, чем за ваши 8 лет. И вы мне говорите, что это исторический процесс должен поставить точку. А тогда, uh -huh. в 2014 году, да, вам, вас ничего не интересовало. Все, вы побежали детей защищать. А сейчас? Может быть, вам дать оружие, пойдете снова защищать детей от российских военных? Ведь они же убивают детей. Давайте пойдем воевать. Ну, я не воюю уже давно. Ну, а может быть, пойдете все-таки? Давайте защитим. Uh -huh. Давайте детей защитим. Uh -huh. Что? Прятать их бомба бомбоубежище, еще как-то вот так. Не, вы что ага. тогда воевать пошли. Ну Че тогда у меня чуть другая идея, идея была, да. Сейчас нет ни мозгового. Давайте, места, давайте, а потом, давайте так. без мозгового. Давайте, а. дадим вам новую идею. Вам нужна идея, давайте дадим. Убивают детей по всей территории Украины. Российская армия идет а. и убивает детей. Сейчас, в частности, в Херсоне. Вас где в взяли? Под Лисичанском, Белогоровка. Под, под Лисичанском Белогоровка. Да. Это какая область? Луганская. 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 Да. А вот сейчас Херсонская область, угу. там сейчас россияне убивают детей. Я вам сейчас множество могу. Вот если такого уровня статей, да, угу. я вам сейчас их найду, вы их за, за жизнь не прочитаете. Я с я с такими же доказательствами, как вот это, вот. А -а -а. И, и таких же историй. Так давайте пойдем их защищать. Расскажите свою историю, что вы там навоевали. Или иди, навоев되... Дим, ты, я уже просто устал в, этом, в этой позиции сидеть. Просто, просто история. Guellame. Давайте, сколько мы уже часа два? Нет, Владимир, вы слишком много на себя берете. Dafin> потому что вы все и правда. Считаете. А, час ноль всего, так, так ты Так ты поломался что-то раньше времени. Нет, я уже... Все. О том, о чем я хотел, по истории. Знаешь... Я, ну, а, я выходил курить, потому что я ломался а. от ваших аргументов. А. Я, в принципе, согласен. Э -э у меня чуть-чуть неожиданных пару вопросов. Да. Вы жили в Рашке, потом а. в 2014 году все бросили и поехали сюда. Да. Ну, в конце 2014. Как вы жили в России? Да неплохо. Я жил, ну, работал на заводе. <святые> 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 в Санкт-Петербурге на заводе, на Тойоте. На вот. Тойоте работаем. Да. А, потом уволился, собрался заключать контракт. У меня было там несколько месяцев. А вот, несколько месяцев а, заключить контракт я собирался в бригаде, а, миротворческой да, бригаде или батальона, угу. я не помню. Вот. У меня было несколько месяцев, я ничего не делал, думаю, съездить сюда, посмотреть, как здесь дела. Ну, вот как-то так. Вот. Ну а в итоге застрял довольно надолго, ну в плане того, что попал в призрак. Ну вот, они мне то показали, это показали, и началась э, война, ну, Дебальцева. И уже вот... что он призрак показывал? А... Батальон призрак, правильно? Ну, бригада он тогда. Бригада, бригада призрак. Да, это сейчас они маленькие. Угу. Вот. Ну вот э, мы тогда в начале 2015 -го года стояли Волчевские, ну э, я в батальоне был в Александровецкого, да, но нам приходили каждый день по несколько раз на день, вот пока я на посту стоял, приходили люди местные, спрашивали что-то, что-то советовались, мы постоянно людей угощали чем-то и люди нас чем-то угощали, вот это новогодние праздники и, и вот так вот а пришла женщина, говорит не могу там должен что-то у нее там э, корм, э, это, детского питания, по-моему, не хватало. Ну, 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 дальше, а, дальше. а ей там надавали столько, что... Ну просто гуманитарка. Надавали столько, что ей пришлось отдельно там, человека выделить, чтобы он помог ей донести до дома. Зачем что... в батальоне призрак пытали своих солдат, которые отказывались выполнять преступные приказы? Я таких историй не слышал. Ну а рассказывали военнопленные а на не интервью? Видел. Не, я вот не был этого свидетелем. <связывающий> не, ну я вам говорю это как, и... как факт, потому что нам это рассказывали: как люди хотели переводиться, <связывающий> э, их не переводили, их там мучили, закрывали. Там <связывающий> кто-то даже выпрыгивал с какого-то там третьего этажа. Это было пятиэтажное отжатое э, здание. Ладно, хорошо. Э, меня интересовало, как человек может просто взять, бросить одну жизнь и поехать <связывающий> куда-то в другую страну. Попасть сразу, по сути, в банк формирования, загореться какой-то вот этой военной романтикой непонятной. Ну, вам же это нравилось? Ну, я вообще собирался в бригаду, ну, или, не бригаду, не батальон, не помню, это 15 год, год, 14, конец 14-го года, э, в России в, по контракту служить. Вот. Я контакт... вас вижу э, условно военного романтика. Вам нравились, да. наверное, фильмы про войну? Ну, в детстве было такое время, да. Да. Вы типа загорелись. Э, я хочу быть военным, каким-то там придумали себе сказочку освобождать э, ЛНР, ДНР, но не фортамула, не повезло, получили ранение, вас списали, так? Ну, примерно, да. Ну, вот это правдивая история. В голове осадок да. и обиды остались, поэтому э, ждали, э, я считаю, э, что вы ждали этого 2022 -го года чтобы опять получить автомат, потому что мобилизовали его с 19 числа. Расскажите, как это было. А, у меня есть была жена. вот Жена моя, это моя проблема. Вот, бывшая. бывшая. В общем... Чего проблема? Как жена может быть проблемой? Тем более бывшая, да. Нет, ну... Я на много чего могу не вестись. Да, вот так. Могу много чего перетерпеть. А тут история такая возникла, что я развелся и вот после развода не прошло и года, а я три раза возвращался к жене и обратно вот с ней, с ней какие-то отношения были. В каком году вы развелись? В 2001, в мае. Это, 3 мая, это еще там. жена, которая в РФ У меня была. одна, нет, здесь, она с Луганск, со, с Степового. Вы из России приехали сюда? Да. И здесь, в каком году вы приехали? В 19 Не, из России переехали. 19 2019 переехал именно. Ну, здесь квартиру снимал. А до 2019? Ну, в России в основном жил. Понял. Подожди. Первый раз в батальон призрак вы в каком году попали? В 2015. Потом вы выезжали, приезжали? Я лечился, да, у меня тяжелая травма же. Вот, я очень сильно, очень много лечился. Понял. Ну вот, и у меня получилось как, что в Новый год... Я вот опять начал с женой общаться. Когда и вы поженились? 20 октября 2020 года. 20 октября. А, вы с... а развелись? 20, о, в двадцать первом году, 3 мая. Все, в ну, 21 по это... году. Потому что вы сказали в 2001 и меня а, поломалось. Я понял. Ну, я просто так 20 лет туда-сюда. Ну, а из-за чего да. вы развелись? характерами не сошлись, Понял. потому что она может смотреть, я не буду на нее на ругаться. Понял. Вот. Ну, она будет в любом случае смотреть. А вот так. Вот. Ну, в общем, мы знаем это сто процентов. Мы этот поругались, все. Ну и получилось как, что я начал вот опять к ней, опять этот и решил вот думаю надо как-то себя вот от этого, а как как это правильно сказать, ну отстранить, да, отстраниться от этой всей истории. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Я работал дома в интернете. И мысленно, ну что вы делали? Криптовалютами занимался. Ну, я и на экономиста учусь и понимаю, как там что делать. Угу. Вот. И получается, как... Мне обратились, сказали, что вот тут мобилизацию объявили 18 числа, пошли в военкомат, посидим две недели в этом на полигоне. Угу. А вот. И побухаем, и пообщаемся, и все это. Я думаю, о, отлично. Почему? Ну, бы нет? Тема. А еще да. и денег этот, ну, скажем так вот, от, от вот этой всей суеты своей, которая меня вот тогда напрягала, да. Да, отойти. Вот. Но в итоге не фортануло, и вдруг, вдруг объявили спецоперацию. Да. Вот. Расскажите. Про... Про спецоперацию? Ну, поначалу меня определили в 224-й батальон. Угу. Это резервный батальон вот мы стояли на позициях на каких? В районе поселка поселка городского типа Донецкий и Желобок. Да, вот. сколько вы там простояли? Ну, месяца полтора где-то. Мы потом и дальше стояли, но меня перевели, и получается, в четвертую 4, 4 роту второго батальона пехотного. Зачем? Это уже, вот, скажем так, ну контрактника Понял. Вот. Чем вы питались? Ну, нам выдавали тушенку, картошку. Ну, продукты выдавали, мы готовили. По подвалам лазили? Ну, ну бывало, конечно. Не, ну вот если на, на детском нет, то вот так вот приходишь, там в подвале э, дом полуразрушенный, да, в подвале есть там какой-нибудь компотик, варенье. Ну, почему и взять нельзя? Можно? Оно и так пропадет, если тебя Про не Про войска ЛДМР говорят, как э, самых Безбашенных мародеров, короче. И алкоголики, которые а. мародерят, почем зря просто. Правильно. А. Ну, часто говорят, да. Слышно. Не, так говорят а. или так и есть? Ну вот, российские офицеры, а. которые говорят, что они же вас а. в подвалы кидали за, за мародерство и за дебаширство такое. Вот. Ну, я понимаю. Ну, вполне возможно. Но мне тянуть что-то домой нет. Не, не домой. А. Просто вот там на месте пошли, вскрыли дом, квартиру награбили, все, что можно а. э, по карманам набить, все остальное, что можно съесть, съели. Так же и было, правильно? У меня нет. Ну, конечно, нет. Я старшины должен. Сколько вы, а? Я старший должность занимал. Понял. Я не Сколько первый, вы как как освободили нет. закруток наших, ну, консерваций, Лично вы? А, ну вот перед тем, как нас в плен взяли, мы зашли там в подвале, там военные до этого жили. Банку томатного сока взяли, выпили, Потому что другого ну, воды не Зато было. честно. Хорошо, стояли да. вы полтора месяца там. Потом. Давайте ближе уже к, к моменту. моменту. Не, а так а были такие, которые приходили и хвалились а? тем, что там нашли золото. Деньги? Деньги слышал. Но. Вот, золото, золото нет, не, не телефоны. Слышал. Ну, телефоны, да, находили, но находили они в основном на этих, на позициях военных, да, вот так вот, то есть это не у гражданских, ну, То есть да, это, это не, не миф, что нам рассказывают, да, россияне а. сами рассказывают о том, что э, именно вот ЛДНРовцы это самые отбитые алкоголики, которые мародерят просто почем зря. Ну. Не знаю, я не знаю, как, а с, как... с россиянами, вот те же дела. Вы постоянно. стояли в, а. как, в каких областях? По сути, все время на территории какой области? Ну, Луганской. А как у вас, да. вы же идейный человек, который пришли защищать Луганск, да? Еще и с другой стороны пришли. Как у вас поднималась рука ходить, грабить и мародерить? У ваших коллег? У меня нет. Ну, вы же сами меня... только что сказали, взяли... Так, а, бог с ним, с ним стол, да вот с тем столом томатным соком <с> реально <с же есть случаи <с когда <с ваши же в ваших же областях ходят Но, и мародерят как это это вполне возможно да я не могу это проконтролировать и сказать а я я нельзя вы да, прокомментируйте потому, что... не проконтролировать ну, уже ну, ничего не сможете в ближайшее ну, время ну понятно да мародерить это грех марод ну как вот да я освобождаю землю и краду ее ну, это бред. Это То есть, это это одно, это... одной рукой берешь, второй рукой бьешь, это, ну... Ну, такие есть это слова, да. можете поинтересоваться, вам расскажут. Не, ну, так делать нельзя. Это плохо. Вот лично мое мнение. <св> не, дело в том, а. что россияне тоже крадут и <св> мародерят, да, и так да. не оправдывают. А. Просто иногда они рассказывают о вас именно, а. делая акцент. Многие ну, понятно, из них. Потому что некоторые россияне пойманы за руку конкретно с деньгами и золотом, да. А некоторые, которые за руку не пойманы, говорят, что не мы не. А вот эти, эти отбитые полностью. Крали, мародерили, искали, взламывали, набивались, не очень хорошо обращались с местным населением. Грабили магазины, чистили. А что с местным населением, кстати, у вас? Ну, у меня всегда складывались нормальные отношения, вот, к примеру, в Лисичанске, а, я к местным подходил, спрашивал, в чем проблема у них, подкармливать старался, да, у нас еда всегда остается, угу. и я еду всегда пытался, ну, подкормить. Я да. понял. у вас а. все истории о том, что вы все, всегда всем помогали. Ну, лично я помогатель, всегда То всем вы помогать. Помогатель, вы там, маме детского питания, этим вы Ну, это, который... это не я давал, да. да. Я согласен. Хорошо. Если у вас так много было своего питания, чего же вы тогда за консервацией лазили, вопрос? А, вот все время одно и то же ешь, да, вот одно и то же, одни и те же макароны. разнообразие, в... много, да. нет, да? Да, ну то есть зашел там салатик, компотик, почему бы ну, не нет? Почему бы нет? Это все, все, все хорошо. Не, ну я когда-то... Когда в больнице лежал, мне скучно было, я почитал разницу между мародерством и вот то, что да, для нужд подразделений. Uh -huh. Вот мародерство это то, что там ну, к себе в карман лично для себя, да? а для нужд подразделений, ну, допустим, Готовить ну, да, не, да. не в чем. Если состо... бы Америка зашла, забрала Камчатку, это да. было бы плохо. А если Россия нападает на Украину, то это история. <как> раз... Понял, <как> у них есть даже для нужд подразделения такая формулировка. А вам не казалось, что mm. вторая армия мира должна обеспечивать всем необходимым и mm. теми же самыми в чем готовить еду? Mm. Ну понятно. Ну а как у вас ну, mm. с правильностью дороге пока едешь, не все остается целым, mm. но ну, как-то так. Ну так это чья проблема? Подразделения или людей, у которых вы отжимали и воровали ну, посуду? Ну, я не забирал, то есть, если я подошел... Я говорю... Где вы жили? А, вот были села, где мы приходили, спрашивали, где местные подсказывали, а были села, а. ну, уже просто там, руины такие, да, там, в руинах где-то жили. Ну, как-то так. А вот. ну, и то руины то есть, от села остались, опять-таки, наверное, потому что это нехорошие украинцы, правильно? Понятия не имею. Я пришел ну, туда уже в руины ну, были. А, расскажите да. после. Российская армия пришла, мы решили все. Владимир. Войны. Да, ты уже про это говорил два раза. Последний, когда вы, когда вы попали в плен? Неделю назад, 10 да, 10 грубо говоря, сентября. То есть вы реально провоевали по сути с первых дней до один из рекордсменов у нас. Ну можно и так сказать. Сколько вы видели? Ну понятно. Сколько вы видели 300 х за это все время мало, потому что я старшина, я хозяйственными делами занимаюсь, соответственно, за это. Угу. ну сколько все равно виделишь? да мало, ну но... штук 10 двухсотых видели? да не меньше но ну все хорошо, расскажите да. свой последний день э, воевания, скажем Воевание. так, воевания, потому что по-другому я а. ваш сброд мародером назвать не могу ну что сказать, нас поставили на пост на один. Где это было? В Белогоровке. Белогоровка, да. Вот. А, с утра тишина была с артиллерией, по нам не стреляли почему-то. Потом чуть позже начался очень серьезный такой обстрел. Сколько вот. человек было на позиции? У нас восемь. Угу. А вот начался сильный обстрел, мы сидели в подвале, попали в наш дом, все в подвал, опять же, ну, ко вторая часть перешла в подвал, а вот, сидели, сидели, потом тишина, и после этого начали, ну, началось рассечение, как бы так называть, А вот, при, поехали, поехала техника заезжать в поселок, а вот, ну, мы увидели, что с техни, техника нечего нам там делать, и попробовали уйти с поселка. А вот, из-за того, что я не могу бежать, вот, а большая часть группы в сторону Лисичанска ушла, а нас просто забыли, потеряли двоих. Ну, вот как вот. это забыли, потеряли двоих? Вы после да. ранения не можете бегать? Да. Почему вас мобилизовали? Потому что я не думал, что война, я хотел вот вы, посидеть. Вы, вы вообще да. э, нация не думающий поэтому тут а. про, можно про это не говорить это даже. Нация. Вот. Сборная Солянка. Блин, Солянку оскорбляю. Э, да, вы не думали и пошли сами э, повоевать, покайфовать ну, не Повоевать побухать. я хотел. Я, Понятно, ну, я ром, военная, ром, военная романтика. да вот. Как это получилось? Да. Вы идете группой, 8 человек. Те бегут, а да. вы бежать не можете. А второй почему не мог бежать? старенький человек в возрасте, он тоже Сколько лет его? Около 50, вот так, через 40. 40. А он очень хотел воевать? Я не спрашивал, я он в подразделении второй или третий день был. А mm? имеет ли место mm? быть принудительная мобилизация? Принудительная, mm. да, скорее всего есть. Но он если говорит второй или третий день, то есть его в сентябре дедушку этого поймали, ну как, пригнали к вам? Mm -hmm. Mm -hmm. А почему Россия mm. сейчас принудительно заставляет людей, жителей Луганской и Донецкой воевать? Дедушек. Не в том знаю. Числе и но я не видел, что Россия пыталась, вот как вы говорите. Мы же с вами да определились, что пасечники да. пушили, на доставленники России, правильно? Ну ставленники, но не это. Но не что. Скорее ты сейчас опять пойдешь на 45 минут в доказание того, что уже доказано 45 раз. Он никогда не этого, ты что, не можешь понять, он никогда этого не признает. Он на белое будет Я понимаю, но пусть зрители... Так зрители на уже это, поняли... На это сидение на 25 стульях одной жопой. Пусть смотрят. Есть же такие, как он, которые тоже пытаются сидеть на двух стульях, на 45 стульях одновременно. Посечник. Здесь Россия хорошая, здесь плохая. Пасечник ставленник здесь не управляет, здесь не управляет. Пасечник ставленник, но он же не, не, не да, этот. Но он же не такой ставленник. Не... Так почему Россия принудительно можете как нормально по-честному ответить? По-мужски, почему Россия гонит Луганчан, сейчас гибнуть непонятно за что? В, например, Херсонскую область. Или в Харьков. Нава. Ну, таких глобальных вопросов ответить не могу. Да, я так вот сказал. Но вы да? знаете точно, что история рассудит, не, не, а выдох... не, не, не. Я так понимаю, да. Есть вот ставленник, да, и ставленнику говорят: слушай, ну, Войска нужны, да, вот да, так вот. Да. А войска, они же да, воюют, да, они да. постепенно кончаются. Да. Ему что делать? Ставленнику опять нагонять? Да. Вот раз он, ну, да. раз добровольно, да, да еще как-то вот так вот да. на этих. Да. А потом уже принудительно ему приходится, да. потому так что он От чего Россия Луганчан? От права выбора? Ну, от мужиков да. освободила. Тебе от сколь... мужского населения Россия освободила Луганчан? До конца не знаю. Я, История, говорю, я вот покажет. Вот. 27, История да. покажет. 27 стульчик. Э, принеси. <laughs> потому что... Ну, ну, короче, да. вас не бросили. Они просто э, свалили. И вы хромой и косой. И дедушка. Ну, вы хромой и косой. Я не оскорбляю, типа, Но, констатирую. Да, да, э, и с дедушкой идете, да? Нет, мы запрятались сначала в сарае, потом в подвале. С автоматами вы с оружием были? Ну да. Да. В сарае вы сидите, а оп, у пять закрутки. Нет. Хоть похаваем. Не-не. Ну, ладно, хорошо. Что происходит дальше? Ну, начался обстрел. Мы угу. посмотрели, как можно к своим добраться. Не поняли, как спрятались от обстрела в, сара... в подвале. Вот. Ну в подвале там до этого военные какие-то жили. Причем какие-то, потому что там сухпои лежали и украинские и российские. Ну хорошо. О, а воды чуть -чуть с учетом собрала. того, что это село было под вами, то вероятность того, что там были наши военные равна нулю. Ну нет, что когда-то те были, когда-то те. Там. Ну, хорошо, да. О, и там стояла, стоял баллон с этим, с томатным соком. О, тут три баллона. Да один неважно, один... В... господи. О. Я же пропускаю, да, похавали О. вы все, с голода не умерли, к сожалению. Дальше, как что дальше с подвалом? Что ну, на следующий день подошли военные, крикнули, что типа выходите, либо бросим, ну хотели гранату кинуть. Угу. Вот, мы кричим, не кидайте гранату, мы выходим, ну там выйти, либо вот через вот этот выход, где они там стоят, либо никак. Понял. ну мы развернулись, сдались, то есть либо ты тебя убьет, либо выйдешь дальше. Ну, как Кто да. там был? Какое подразделение? Ну у нас двое вот было. Не, а, ну там украинское. Да. Не знаю, мы не спрашивали. Вам завязали глаза и увезли? Ну да. <кх> Все понятно. Нацистов видели? Да вроде нет. А еще если еще раз подумать, хорошо, чтобы убрать слово "та" или вроде или "та вроде" убрать. Нацистов видели? Ну прям вот, как сказать, то есть, как показывают Гитлера, да, таких зигущих людей. Да, вот я такого никого не видел. А кого С тату... видели? С татуировками, военных, в, во... в украинской форме видел, в балаклавах видел, там как-то, вот. Парня видел, который включал немецкие гимны, но баварские, ну короче, не фашистские, не гитлеровские гимны, вот. Угу, вот так он там прикалывался. При, так он прикалывался? Да, что типа вот смотрите ага. мы какие страшные. Это а вот. это не важно, это. Но, ну то есть да хорошо, да. да, 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 да то еще есть... кого видели? для людей, ну у меня большая часть времени глаза завязаны были, я вот сейчас с вами разговариваю, там где мы сидим. Там, Бандеровца вот, видели? Я не, не пойму. Давайте попробуем. Такие, как 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 они должны выглядеть? Ну вы, вы должны четырнадцатого да. года с ними воюете, за какие-то идеи вы же должны знать. Не, ну, для меня Бандеровец, не то, что для меня Бандеровец, да, вот как, как мы поймем, что это Бандеровец, да, человек... Вы его со, ищете со, со, до сих со... пор? Как вы думаете, дело? Я не ищу. Мне, ну, Бандера нет, да, его какие-то идеи, ну, не знаю, нету его. Не вижу я вот так вот, да, чтобы там как-то прославляли. Не, ну, может, кто-то и прославляет Бандеру, но я не... Хорошо. Солдат НАТО видели? Солдат НАТО нет. Еще раз, мне так нравится, когда вы закидываете глаза, и вы реально, типа, чик там, перебрали. все варианты но не ну, как бы, вот, допустим, были двухсотые, да, которые там, нельзя определить, кто это конкретно. Но больше нет, не скажу, что вот из тех, кто нас брал в Киевске. Подождите, подождите, какие двухсотые? Ну, наши солдаты, да? Да. А то... если, если бы он был живой, то как бы можно было бы определить, что он. То есть чем живой человек отличается? от но мертвого? Подойти спросить. Подойти спросить, ты натовец? Нет, просто начать разговаривать, и человек, если на украинском отвечает, то, скорее всего, украинец. Если, там, не если не знаю, на русском, то скорее всего. Русский, да, он, ну как-то так. Рашист... Не надо да. меня записывать в категорию да. расистов, потому что я разговариваю на русском. Mm -hmm. Вот так, Нет, если но... им такими мерятся темпами, то. И... Ну а, а если а, он. А русский да. это кто? Да. Ну русский кто говорит на русском? Наверное, Нет, русский. А где, а где русская республика? Русской нету. А Почему? Что? Ну, есть Россия. А если на татарском говорит, то кто? Татарин. Нет. Не обязательно. А если он из Татарстана, то он кто? Да разные. Сколько человека. у вас паспортов? У меня два. Какие? Российские, луганские Вы кто? Ну, русский, наверное. Или луганчанин. Лугандонец. Или россиянин? Или россиянин? Давайте определим. Нет, ну двойное гражданство. Не, у вас запрещено. В а, России нету. А чеченец русский? Чеченец. Да. Ну, гражданин России, но ну, чеченец. Чеченец национальность. Ага. А, почему у всех, кто говорит на русском э, под россиян? Чего вы меня записали в русский? О, уже путать начинаете сами меня. Я понял. Нет. не, но ну, я имею в виду... Смотри, что... На английском а... говорит англичанин? Ну, возможно. Возможно. Да. Нет, то есть, э, вот, да, для деления. уж меня спросили, если живой Это человек натов, лежит... Натовцы, да, мы, подожди, да, мы, подожди, мы... Вы видели мы, много см... России, см... военных да. украинских, да? Натовцев вы среди них не видели. Да. Вот, правильно? Да. Но они есть. Нет, я не видел. Все. Понятно. Возвращаемся. Подходите вы к человеку? Ага. Если он говорит на украинском языке, значит, он, скорее всего, украинец. Ну, да. Если говорит на русском... Ну, без формы, да, вот так вот. Вот я, например. Ага. Вы ко мне подходите и говорите, ты натовец Я говорю, не. Ну, с Украины, наверное. Хорошо, если я говорю, нет. А откуда ты? Если я говорю ⁇ я-я ⁇ я что-то не пойму тогда как Суть заключается в том, что у нас люди не меряются языком. Каждый говорит на том, на котором считает нужным. У нас в стране это можно делать. Я открою вам тайну, наверное, которую вы не знаете. У нас есть интернациональное подразделение. К нам едут со всего мира люди, которые хотят бороться с такими, как вы подписывают официальный контракт с государством с вооруженными силами украины получают зарплату официально и да не разговаривают на французском на там итальянском на, на каком-то на иврите у нас есть целое подразделение вы пришли таких. деноцифицировать а здесь на иврите разговаривают те кого вы должны были но к нато эти люди вообще никакого отношения mm -hmm. не имеют и не имели про, это про а <laughs> ведь про дебальцева вы можете рассказать что интересно. потому что вы так краем слова сказали, вот в дебальцево зашли. А это же дебальцевский котел, правильно? Вы а непосредственно брали участие. Ну я не штурмовал ну, в прямом смысле, так с автомата не стрелял никогда, да. И у меня не было такого пересечения, чтобы я там ближе, ну, наверное, двух с половиной километров видел от украинских военных. А вот. ну видел так вот, да, но uh -huh. не ближе вот этого расстояния. Ничего, поэтому ничего не как бы. Вы... Ну как сказать, да? Те по нам стреляли, мы по ним стреляли. Ой, и какая-то история будет о чем. Ну, вот я не знаю, с вами столько историй, а. э, про чем не при чем. Короче, вы очень, э, я скажу так. Ладно, потом скажу так. Э, звоним. маме. Ну, там, я так понимаю, сейчас будет и, и сестра, наверное. А кто там, наверное? Не знаю, и... как быстро прокомментируйте это видео, пока Дима названивается. Какие-то дебилы. Нет, не какие-то дебилы. Алло. Россияне в Популево-Волгоградске. Да? Тихо. Добрый вечер. Добрый. Я не знаю, это кто. Привет вам. Подождите. Ваш сын в плену, вы будете с ним общаться? Да, конечно. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Разговор будет записан и опубликован. Вы услышали? Да. Общайтесь. Привет, мам. Привет. Ты не переживай, у меня все нормально. Меня кормят. Это хорошо. У вас как дела? Ты вот сильно не это. <как> Закончилась жидкость. Дима, а как ты туда попал? Ну, так Что получилось. Случилось? Вот меня отправили вместо того, чтобы отправить на ВВК меня отправили на передовую и сказали, сходишь вот туда и попадешь на ВВК. А вот. Естественно, у меня не получилось, потому что надо было бежать там в определенный момент. У меня это не получилось и вот так вот попал. Вот. Нет. Вот так вот. А вы откуда-то узнали? От Тани. Я понял. Таня. Я понял, понял. чем мы можем тебе помочь? Ну, пока не знаю. Я вот буду по этому поводу разговаривать, а вот что и как. А... Ты, мне же интересно стало. Вам дадут 15 лет. Ага, я понял. Вы, скорее всего, не будете обменены. Ну, вот, вот как-то тут по-странному говорят. Вот. Почему по-странному? Ну, вы давайте а? поговорите. Ну, давайте я вот с матерью поговорю, да. Да, давайте. Вот. Вы как? У меня нормально все дела. Я найду, как разобраться. Конечно, это все плохо, но вы не так этот. Не печалься так. Берегите себя. Хорошо, Алло. Мы тебя любим. И я тебя люблю. Держась. Да. Что там, Катя, как? Диана. У нас все хорошо. Я понял. Я, я понял. Кать, слушай, я вас тоже рад обоих с Игорем видеть. Вот эти сестра. Вы же записываете. Вот. Смотри, что мне надо. Вот. Передай, пожалуйста, одноклассника моим Теме. Вот. И Роме особенно. Привет. Передай. Поняла? Хорошо. Вот. Да. Что еще? Ну, Лизу обязательно поцелуйте. Покажи маму, чтобы мама так не переживала. Ну, нормально у меня все, видишь, вот практически улыбаюсь. Вот, может быть, даже на обмен когда-нибудь пойду. Так что, все нормально. Вы так сильно не переживайте. Я запишу номер, может быть, еще попозже вам получится позвонить. Вот. Ну, и главное, что молитесь. Вот, молитва укрепит и вас, и нас. Хорошо? Ты тоже молись. Да, я постараюсь, я буду этим заниматься. Ну, вот. Да. Ну все тогда. Можно вопрос задать вашей маме? Мам, тебе вопрос можно задать? Можно. Добрый еще раз, это Дмитрий, журналист. Вы можете не переживать за сына? Дима тоже. Тоже Дима его звать. Они питаются. Он наберет вес у нацистов в плену. По причине того, что у нас такое отношение. Им оказывают медицинскую помощь, если там кто-то с ранением. У меня вопрос к вам такой. Вы поддерживаете спецоперацию? Да. Почему? Ну, ответ однозначный, да. Почему вам нравится, когда умирают люди? Нет, совершенно нет. Нет, подождите, совершенно. что значит совершенно нет? 53 тысячи вот таких вот убийц уже закопано у нас. А у нас с нашей стороны точно так же закопано очень много мирных людей, которых такой, как ваш сын, пришел э, убивать с автоматом и сидит улыбается здесь. А вы поддерживаете спецоперацию? Приезжайте сюда. Ой, если бы не, не вот такие обстоятельства, вы знаете, я давно живу в 90-е годы. Украина никогда даже я подумать не могла, что мы когда-то с вами будем воевать. Почему мы разошлись и как это произошло, я не знаю. Но я не могу сказать, что вот я не поддерживаю. Может, потому что у вас там много всяких Америка, Англии и прочего. Может, поэтому? Может, потому что там стояли Всё. войска западные? Может, поэтому? Давайте спросим Если да, Давайте по порядку. Давайте по порядку. Сколько вы видели западных войск на территории Украины? Я не видел пока. Сколько Здесь... вы видели солдат НАТО? Тоже не видел. Сколько вы видели технику меня, биороботов? Технику видел. Технику да, нам а дают. Технику... Вооружение, вооружение. Вооружение нам дают, потому что вы пришли убийцы. Мы страна в пять раз меньше вас. Нам весь цивилизованный мир предоставляет сейчас оружие. Вас это вообще должно интересовать. Зачем вы пришли убивать нас? Я вас не пришла убивать. Ваш сын пришел убивать. Что? Я... Ну, или видите, вы хоть в этом месте э, со мной согласны, что ваш сын пришел убивать. Зачем он убивал мирных людей? Ой, насколько я слышала, он занимался снабжением и прочим. Это только что, может быть, он мне что-то не рассказывал, но вообще, насколько я слышала от него, вы же видите, что у него с ногами, вы знаете, что он бегает. Особо не может ничего он не может я не знаю как вообще он там я понимаю что он был призван и занимался вот как он мне давайте мы давайте мы давайте мы уйдем от персоналей вашего сына ответьте мне на вопрос зачем русские российские солдаты пришли убивать наших граждан Вы же как поддерживающая спецоперацию знаете ответ знаете, у меня еще есть знакомые в Донбассе, которые погибали, которые мне звонили и говорили, как тяжело эти восемь лет. лично вам? Лично вам звонили? ведь если бы хотели мира, почему не сделали как-то? Я не знаю, но мы с Чечней тоже ведь воевали, но почему-то же, почему-то же А кто победил в Чеченской, а кто победил в Чеченской войне? Мир. Никто не победил. Знаете, никто сколько победил. денег вы платите? Знаете, сколько? Вот именно. Никто не победил. Ну, не вы Донбасса. платите. Ну, вы... Почему вы не помирили Донбасса? Ну вы бы помирились. Я не знаю, какие соглашения, не соглашения. Они бы кто вообще, стали, такой, они кто не вообще не такой Донбасс? Мы завтра пойдем делать себе Брянскую Народную Республику. И вы будете договариваться с Брянской Народной Республикой. Ну, это вообще не об этом. Там. Я, я вот, допустим, у меня Вам, в, вам ли... Вам, вам, и можно вопрос? В, можно вопрос? Да. Лично вам да. знакомые это говорили? Да. Мы можем их набрать сейчас, задать им вопрос. Сколько за 8 лет они видели бомб? Прямо сейчас. Давайте наберем. Дай мне второй телефон. Это было... Знаете, сколько? Это было несколько... Нет, я... Я не готов. Не нет, я людей подставлять, конечно, не буду, но в любом случае, ведь люди же мне рассказывали, это ж не просто один день, там случайно что-то. Смотрите, это смотрите, много... смотрите. Что смотрите. Смотрите, там, 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 смотрите, там садик, там... смотрите. То есть это -то все было много лет. Смотрите, ваш сын, угу. вы были в девятнадцатом году да. на Донбассе? Да. Сколько раз вы видели обстрелов? Обстрелов в Волчевске ни разу. Опа! Ваш как-то сын не видел обстрелов? Ни разу? Вы, вы врете маме? Я в, другом, в других местах видел, а в нет. Да? Почему сейчас прилетает в садике? Почему сейчас прилетает в школы? Девушка вы, девушка, вы в своем уме? Вы посмотрите на, Мар... вы посмотрите на Мариуполь, посмотрите на вы посмотрите на другие города. Вы полгода их утюжите. Вы фашисты, в прямом смысле слова. И сейчас вы говорите, что куда-то там в Донецк прилетело. Так сколько туда прилетело? Так а сколько туда прилетело? Туда? Сколько в Харьков каждый день прилетает за последних шесть месяцев? За последних шесть. Мы, 6... мы с вами разговариваем на разных языках. Конечно, потому я что, я что, я что вот человек, ваш брат, говорит в то, что Волчевск не прилетала, а прилетала на линии разграничения. Ну, да. да. Вот, смотрите. Ваш брат. Сколько прилетело в Донецк в 2019 году? Я не был. Ну, один раз был проездом в Донецке. Видели ну, разрушенные я... там города? Дома я... какие-то разбитые? Я вот в первом майске видел. Донецк э -э праздновал свою независимость салютом. День города. Разве я вою... Я ну, понятное я дело... Мне показывают по телевизору абсолютно, я другое. Вам, э люди, абсолютно другое. Давайте наберем это. В... Смотрите, Поэтому давайте мы, наберем этих людей. Говорить, потому что это просто тупо бессмысленно. Да, потому что у вас сестра в России. Да, ну, так, да. и когда все, все время мы говорим, давайте свяжемся с тем, кто рассказывал, что 8 лет бомбили бимбас! Ну, а я не могу... Конечно, как? вы не можете поставлять людей. А ваш братик где сейчас? Мой брат сейчас в плену. У вас. Слава Богу, вы это хоть понимаете. Я предлагаю заканчивать разговор, потому давай что он без. Да, пойду. давай, давай. А, я, еще... я, я просто. Вот Дима, он, знаете, у него настроения видно нет. Он, он, он что-то злится. Злится. Злится, Дима. А я у меня хорошее настроение. Добрый день или вечер. Здравствуйте. Меня Владимир звать. А скажите, пожалуйста, а что российские войска делали на Донбассе в 2014 году? Российская техника, российское вооружение? Вы знаете, я не была в Донбассе в 2014 году, и что там было, лично я не видела. Вот поэтому мы с вами говорим на разных языках. Потому что одну сторону вы знаете, а вторую нет. Вы знаете ту сторону, которая вам выгодно знать о том, что прилетало. А почему прилетало, вы не знаете. Потому что туда зашли российские войска, колонны российской техники. А я вам могу, а вот будет видео с вашим братиком, а там внизу к видео будет прикреплена ссылочка, и вы посмотрите это видео, и там будут российские э, танчики, российские РСЗО, российские други, э, другая российская техника, которая заезжала на Донбасс в четырнадцатом-пятнадцатом году. И вот, и вот задайтесь вопросом, а что она там делала? И потом будут вам сразу же... получается, просто так, с ничего, в 2014 году? Нет, ну, конечно, не с ничего. Россия захотела... А? Ну, с чего? Россия захотела... Ну, сначала Россия аннексировала Крым. Угу. Вот, а потом... А потом, если захотела, Донбасс забрать. Ну, конечно. Почему она 8 лет тогда не забирала? Почему не забирала 8 лет Донбасс? <связывая> Потому что план был другой чуть-чуть. Этих людей даже не собирались, этих людей никто не собирался ни спасать, ни освобождать, ни что-либо другое. Э, Донбасс хотели ввести на Минских соглашениях. Знаете, такие Минские соглашения? Были. Какие? Ну, Минские соглашения были такие. Не знаю, это не <кх> правда. Донбасс, Донбасс хотели ввести обратно в Украину, но на условиях России. Поэтому и не забирали. Ну, почитайте минские соглашения, что такое. Почему э, нормандские переговоры в нормандском формате, что о чем была речь, почему, чего хотела, чего добивалась Россия. И вы поймете. Ну, я просто, знаете, вы вообще в России находитесь, и м -м, вам нужно доносить такие вещи, потому что вы знаете все только с одной стороны. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А если защищали вот так сильно Донбасс, что российские танки э, делали под Киевом? Чернихове, в Харькове? Что они делают в Херсоне? А, ну, наверное, это не мне нужно дать вопрос, а нашим командирам, ну, не знаю, главнокомандующим, кто это а, давал приказ. Я не могу вам сказать. Я обычный это житель. Не, ну вы просто задаете вопрос, почему прилетала и почему прилетает. Потому что война, девушка. Но С войну, да, но войну это же начали не мы, не мы к вам пришли. Ни в 14, ни в 15 не ни в 22-м. Не мы к вам пришли. А вы пришли сюда. И вы пришли убивать наших людей. А ваша мама поддерживает спецоперацию. Ваша мама поддерживает убийство людей. Ваша мама. Нет, убийство людей никто не поддерживает. Так спецоперация это убийство людей. Так спецоперация это убийство людей. Ну, спецоперация это убийство людей. Бесконечное, полгода убивают людей. Я не знаю, что вам сказать. <связываю> да, ничего не надо говорить. Вы просто пособники-убийц. Вот и все. Там... Живите с этим. Нет, я ещё... Дима еще хочет что-то вам сказать. Да. Не знаю. Что-то хорошее. быстро. Uh, смотрите. Вот ваш брат, вам сейчас 35 лет, да? Ну, будет скоро, да. Uh, если вы будете качественно молиться, вас mm. просто осудят на 15 лет. Вас mm. не поменяют, потому что у вас паспорт ЛДНР. Ну, чего? ЛНР, да? Ну и российский, да. Российский уже не работает, у вас есть ЛНР угу. паспорт. Запомните его, вот, посмотрите, вы взгляд не отводите. Вот в лучшем случае вы его увидите в 50, когда ему будет. Сейчас ему 35. Это если ему э, не дадут пожизненно, если полиграф не докажет, что он не совершал тяжких преступлений. Я думаю, что э, вы телефон перепишите, угу. но я думаю, что возможности я больше понял. позвонить у вас не будет. Поэтому... Ну ладно. Ты меня помнишь? Видишь? Улыбаешься. Uh -huh. Ну вот, вот это важно. Ты помнишь, что я тебе говорил? Все будет Донбасс. А Донбасс это Украина? Не, ну Поэтому... это я не говорил. Uh... Вот. Че, кому, как, да, вот. вот и все. Все будет хорошо, Катюш. Все будет хорошо. Все, давай, люблю, целую. Всем привет, передавай. Угу. Мали, мы тебя любим, мы ждем. Да, и привет, и главное. Как говорил, всем передавай. Все. Хорошо. Да. Я тебя поняла. Давай тогда. Пока. На YouTube-канале Владимир Золкин сможете смотреть его, когда вам будет скучно. Потому что в ближайшее время вы его не увидите. Всего доброго. Точнее, не желаю вам всего доброго. Погуглите, поучите. До свидания. что то я всего доброго должен желать. Это людям, которые. Слов. Я да прошу нет. прощения, чтобы мне там. Дайте записать. Запишите. Да, я обещал, я свое слово сдержу. Угу. Я даже не хочу, точнее у. как, мне интересно, есть у вас желание обратиться к кому-нибудь? Гражданам? Рашки? Не знаю, даже я и сказать не знаю. Ну вот, знаете, вы мне сейчас так сказали обратиться к кому-то, к гражданам какой-то страны, республики, даже, да, вот ЛНР, там, к маленькой какой-нибудь, да? Ну, да. Маленькой, непризнанной. Вот даже я так вот, я маленькое существо. Нет, которое... так вот именно вы существо, вы никто. Да. Ну, обратившись, вы можете кого-то да. отговорить да. идти. Или наоборот, да, сказать. Да, или, да, может, да, наоборот, да. позовите. Пусть у вас там брат да. был, да, или то муж. Да. Ну, там брат был или. Кто? Муж сестры. Муж сестры. Муж да. сестры, обратитесь к нему. Пусть он придет вас спасать, наверное. Да я не думаю, что такое надо. Что бы я сказал? Обратитесь вот реально к мужу да. сестры. Вы же его знаете лично. Давайте к одному я речь... человеку. Я понял. Давайте я речь придумаю. И вот вам так вот сделаю. Нет, не, 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 второго раза не будет. Не будет? Нет, Крус конечно. Сада. Ну тогда не, я не смогу речь сделать. Муж сестры, иди спасай э, Диму сюда. Возьми теплую одежду, потому что зима на дворе. Э, в лучшем случае ты попадешь в плен, в худшем случае ты будешь удобрять, отравлять э, нашу землю. Владимир, у меня все. Я... Все. Да, я хочу. Конечно, будет. А, да. вы, вы свободны. А, ну, в смысле свободны. Относи... Относи... Подожди, давай я, короче, стой. Все ведь относительно. История вот. еще не доказала. Не показала. Да, я нажму сейчас на паузу. Владимир. Да. Я хотел сказать, что вот есть разные типы расистов. Да? Посмотрев это видео, зритель может сказать нет. Ничего не изменить, их можно только убивать, потому что там разговаривать не с кем. В данном случае с такими как этот, да, они в любом случае будут сюда переться, не знать зачем, гибнуть, попадать в плен. Ну и в общем-то да, мы будем с ними поступать как с оккупантами, другого варианта нет. Ну на 20-й минуте однозначно принял для себя решение, что тут что-то потекло и причем. Нет, там потекло э, в том э... плане, что если бы он был убежденный лугандонец, с ним можно было бы разговаривать как с убежденным лугандонцем. Там про идеи Лугандонии, зачем, чего хорошего принесла Россия и так далее, и так далее. Здесь совсем другая история, здесь чувак помешанный на идеях Мозгового, которого уже и в живых нет, которого сами же расисты и устранили, то есть с ним вообще ну, как бы это сложно о чем-то разговаривать, Ну, попытались, попытались. А, но есть же и другие россияне, многие на наших видео, да, многие, которые пришли сюда, большинство из них, нет, не большинство, ну давай так, половина, половина, я уверен, половина. осознала и все поняла, и как минимум, не сами они сюда уже не пойдут, и других отговорят сюда идти. Потому что они поняли одну простую вещь. Украина это отдельное государство, и не надо сюда ссылаться. При этом Украина да, будет воевать за все свои территории, куда зашла ранее Россия. Понимаете вы этого или не понимаете, делаете ли вы вид, что вы не понимаете, и так далее и тому подобное. Это не играет никакой роли. Украина все равно будет воевать за свои территории. Вот и все. Поддерживаю мысль о том, что процентов 70 всех, с кем мы общались, реально поменяли мнение после наших доводов, наших фактов мы закинули вот эти вот зерна как минимум половину там разумного сомнения ну, сомнения там 100 разумного сомнения это 99 процентов из а... которых половина уже переубедилась да. здесь этого конкретно не мне не вылечить то есть Тут надо причем мама в однозначном порядке спецоперацию поддерживает. я как но бы... они не понимают, что спецоперация это в любом случае убийство людей, это в любом случае это война. Вот они этого не понимают. Они да, я поддерживаю, но что конкретно? И они начинают насыпать про вот, вот эти отнародивые пропаганды, лет, про да, так далее, так далее, так далее и тому подобное. Хотя, ну казалось бы, ничего более рационального придумать невозможно с их позиции, да? Е ну, никто же не будет отрицать, что э тем или иным образом, Луганская и Донецкая область частично была под их оккупацией все эти 8 лет. Сестра его задает правильный вопрос: а что же их не забрали тогда, в таком случае? Ну, как с Крымом. Ну да, вроде бы же логично. Да? Ну вот, не забрали. И сейчас все, что нужно было для того, чтобы защитить вот с их позиций вот эти вот области, да, просто туда зайти тяжелым вооружением, открыто уже, стать вот так вот и стоять. Все, вроде бы защита областей. Закончено. Но смысл в том, что эти области всегда использовали, их хотели впихнуть э -э, в Украину на условиях mm. России и дальше расшатать всю ситуацию да, в Украине да, да. через это. Но когда это стало понятно, что это не получилось, тогда уже маски сброшены и пошли полномасштабным э, полномасштабным вторжением, полномасштабной войной. Просчет оказался в том, что наверх Путину докладывали, что будет как в Крыму. За три дня реально поменяем все. Но что-то пошло не так. А все пошло не так. Обращаюсь к маме, которая сейчас смотрит это видео. Во-первых, <зас> руководство, вертикаль <зас> руководства. Да, подожди. Раз. Мама, которая, с которой мы только что разговаривали, я знаю, что вы сейчас смотрите это видео. Я знаю, что вам сейчас неприятно от того, что вы увидели, услышали. Но э, те знакомые, которые вам рассказывали, что кто-то там кого-то домбил, ну, это же все чушь, потому что ваш сынок же только что говорит, что никто Дим, никого. Дим, ну, Дим, я же хочу... Дим. Но ты же разговаривал сам с жителями тех регионов. Ты же сам прекрасно знаешь, что действительно в некоторые места, там, на прилетало. линии разграничения, как да, он сам вот. же говорит, что да, там, где передок, там, где линия разграничения, постоянно... И на границе были... с Рашкой прилетала, непонятно откуда прилетала, непонятно, что и откуда прилетала. Да, Но э, они простого ведь понять не могут. Они не могут понять, что тогда туда зашла российская техника с российскими Основной так называемыми аргумент. добровольцами. Это самое главное, чего они понять не могут. И с того момента уже началась война. То есть это не просто украинцам взяло и захотелось пострелять в несчастных жителей Луганска и Донецка и 8 лет 8. просто так брать и стрелять в них. И... Купюры разбрасывать зараженные какой-то хренатей. Я вообще поломался. Нет, да. <смех> Нет. <смех> у этого есть причины. А причина <laughs> это заход туда России. Вот это причина. И в этом проблема. Под этим видео ссылочка на ролик про 8 лет домбили бомбас. Мамочка, посмотри этот ролик. Может ты узнаешь что-то интересное. А. Брат жены, давай едь сюда. Посмотрим, сколько ты Я проедешь. еще просто хотел сказать про вот это вот, что одних переубеди, других не переубеди, там разумное сомнение. Да, есть тип расистов, которые, они просто упоротые, просто нахрен упоротые. Поэтому эти будут сюда ехать, только их становится все меньше и меньше. Скоро они закончатся. Я только что сказал. Ну, если у вас уже зайки поехали, если у вас уже бомжи проигравшиеся, все поехали, которые у нас... На Мы думаем, четвертая волна будет, это юн армия и мамочки. Э, да, четвертая армия, это четвертая волна, это, судя по всему, вот эти вот мамы как раз все и поедут, это... которые поддерживают спецоперацию. Больше просто будет некому, потому что не так все плохо. Они вроде бы картинно поддерживают, но когда стоит вопрос идти и сдохнуть непонятно за что, они не идут. И хорошо. Что они идут. Это вот этот ролик, когда стоят и спрашивают у прохожих: "Вы поддерживаете спецоперацию? Поддерживаю. Дайте свою фамилию имя, отчество, пойдете добровольцем." Чик сразу все раз, разваливается. Я только что сказал фигню, брат жены, э, муж сестры вот этого. Есть расисты, которые, это их очень много на самом деле, которые понимают только силу. Вообще, в принципе, Россия, я так понимаю, э, они понимают только силу. Кнут. Кнут. Пряник им дают крайне редко, иногда бывает, конечно, но в основном только кнут. И вот пока ты им не покажешь эту силу, ты можешь любые аргументы приводить, как я с этим вот сейчас вот сижу, да, любые аргументы, он будет их отрицать. Он будет их отрицать, он все равно будет все склонять в Надо разобраться, надо да, доказать, да, история да, покажет. Да, 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 да. Но э, я опять-таки хотел бы сказать россиянам, тем, которым нужна сила, идите. Подписывайтесь. И умрите. Все, давай. Потому что умрете. Для наших военных программа продолжает действовать. Мы платим вознаграждение за взятых в плен орков. Пожалуйста, не забывайте, не убивайте их. Они нам нужны. Они нам нужны для обменного фонда. Подписывайтесь, делитесь видео. Что там еще? Колокольчик. Лайк, колокольчик.